Здрасте, дорогие друзья. Всем привет! А я вот только сейчас дописала, начали семейный стрим в кринжовнике. А мы уже прям начали, да? Да, ну я же спросил, тебя готова? А, и это так быстро начинается? Да. Ладно. Всем привет. К делу, так сказать. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Это здравствуйте. Семейный стрим на канале Нино Росебашвили. Как же она заряжена. Сдуваем пыль с моего несчастного канала, на котором ничего не происходило практически сколько? 2 недели? Нет, неделю. В общем. Ой, отключу. В общем, давно тут ничего не было, друзья. И я очень рада, что вы здесь, что мы здесь. И второе воскресенье месяца мы на семейном стриме, как и вы. Не забудьте, пожалуйста, поставить нравлик под этой трансляцией, подписаться, если вы этого еще не сделали, прислать ваши вопросы, если они у вас есть. Напомню, как мы работаем на семейных стримах. Как правило, мы находимся в эфире плюс-минус 2 часа. Отвечаем на ваши вопросы, делимся какими-то своими впечатлениями. Начинаем с вопросов, которые оставляют мои замечательные патроны на сайте patreon.com, где вы можете поддержать меня, мою работу, мой замечательный канал, стать частью большого и прекрасного комьюнити. Опять же, вопросы вы можете оставить на Патреоне. Вопросы ребром. Да. Мне вообще кажется, что Patreon — это прекрасный дил вообще. И мне будет спокойнее. Идеальный, я бы даже сказала. Какая темная помада. Да, я случайно ее накрасила. На мой взгляд, такие цвета очень старые. О, давай проведем голосование. Да? Я бы хотела спросить. Ну, это же твои подписчики. Нет, друзья, давайте совершенно честно создать опрос. Темная помада меня старит. Ну, темная помада. Не то, что прям любая темная, а красная, вот такой прям бордовая. Бывают всякие фиолетовые и прочие мура, которые помада. Не особо ставят. Да. Можно прям конкретно про эту штуку. Знаешь, чтобы не обобщать. Конкретно это. Конкретно эта помада. Это помада. Старит Нино Росебашвили. Нино старит. Она выглядит просто потрясающе. Одно другого не мешает. Она же на тебя, конечно, она выглядит потрясающе. Я выгляжу как потрясающая старушка. Ну, старит не означает, что, типа, на 90 лет старит. Ладно. Нет, не подходит такой вариант? Нет. Ладно, старит, молодит. Все норм. Так все и так норм. Старит, молодит, не меняет. Давай так, не меняет. А как она меня может молодить? Не знаю, ты зачем это написал. Давай создать. Ну, если старит, то, может, и молодит. Может, и молодит. Ну, давай тогда выясним. Нет, вообще у меня была другая задумка. Я хотела другую помаду и подумала, кажется, у меня была еще какая-то такая похожего цвета, а выяснилось, что это максимально красная. Ну, не максимально красная, а вот типа супер яркая. Я такая, ну раз уж нанесла, то что, не смывать же. Почему мы, кстати, все делаем вид, что песня, вот эта вот «Мамина помада, сапоги старшей сестры, нелегко с тобой, а ты гордишься», ну что это нормально. Сейчас мне надо освежить в голове. Как еще раз? Мамина помада, сапоги старшей сестры. Нелегко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары. Ну, ты это педофильская песня, нет? Хочешь еще одно голосование? Нет, ну в смысле, почему мы все делаем вид, что это нормально? Типа, это же как будто ненормально. А вдруг он девятиклассник? Нет, там есть дальше, там, ты говоришь, что у тебя по географии трояк, а мне на это просто наплевать. Так, может, он в 9 классе? В 9 классе такой, срать мне на географию. Уже определился. Нет, там где-то есть как бы отсылки, что он все-таки взрослый. Мне легко с тобой, ты гордишься мной, ба-ба-ба-ба. Я курю. А ты конфетки, ну опять же в 9 классе. Иногда даже с 1 класса курят. Да. Ну, короче, очень из этой песни не складывается ощущение, я что думаю, их возрастная разница маленькая. Ну, я думаю, что просто он в 9 классе это написал. Ну, или в 10-м. Кажется, нет. Ну, может быть, в 11-м. Там же нет. На 1 класс младший. Ну, может, было. Не знаю, не знаю. Я не знаю, но я думаю, что... Ну, у тебя вот эта песня, вот этот текст, он ассоциируется с тем, что это почти ровесники, или что это взрослый хер, который встречается со школьницей? Немножко старше. Да, как будто это не очень... Знаешь, какое слово его выдает? Какое? Кабак. Кабак. Мне кажется, если бы он звал ее не в кабак, а типа в клуб. Ну и вообще тут такое, видишь, педофильское противостояние. Я курю, а ты конфетки ешь. Ну типа, то есть какой взрослый ребенок. Хорошо, подожди, а у зверей было, помнишь? А что у зверей было? Господи. Песня про суицид? Нет. Не помню у зверей. Не думай об этом. Все будет круто, все перевернется. Там что-то было. Все, что тебя касается, все меня касается. Все, что тебя касается, текст песни. Я не помню там никакого. Коля Кировский какой-то. Касается. Я готов сойтись на том, что он нехороший человек. Такие маленькие телефоны, такие маленькие перемены, законы Ома еще не знакомы, то есть это еще типа 6 класс. Но даже. Они типа как раз вместе. В таких будто. Ботинках моря по колено, не надо думать, что все обойдется, не напрягайся. Да, да. Но это поет зверь, понимаешь? И они такие, все, что тебя касается, меня... все только начинается, видишь? То есть для них обоих это первый опыт. Может, то есть это как раз песня от лица так, одноклассника. А с чего ты взял? Ну, опять же, вот то, что я... Видишь? Но поет-то Рома Зверя, не одноклассник. Нет, но это его лирический герой. Так, может, и восьмиклассница лирический. Так нет, а там герой. Же мы видим противопоставление взрослого ребенка. Курю, конфетки, кабак. Так, подожди, плевать на географию. Он должен понимать, что существуют законы Ома, которые ей еще не знакомы. И он ему не знакомы, он же не говорит, тебе не знакомы. Он говорит, он же откуда-то взял законы Ома. Он от лица обоих участников поет. То есть он описывает школьный опыт любви, типа двух сердец. Видишь, они вместе, у них все только начинается, у них все, что тебя и меня касается. То есть у них двоих все начинается, понимаешь? То есть это как раз песня про школьную любовь. А у Цоя про половозрелого мужика, который восьмиклассницу уводит. Не знаю, нет. Мне кажется, где Цой, там и Зверь. Ну, в хорошем смысле. Но Звери вообще в плохом, поэтому их не надо было уравнивать. Поэтому мы говорим, что Виктор Цой педофил молодец, а Рома Зверя ужасный человек, который дописал про школьную любовь. Но у меня, кстати, всегда всю жизнь от прослушивания этой песни было ощущение, что это более взрослый парень поет девушке. Да? Да. Как раз ровно вот законы Ома еще не знакомы, потому что он типа знает, о чем он говорит. Он знает, о чем он говорит, понимаешь? Ты не можешь петь о том, чего ты не знаешь. Ну, чему ты можешь знать о их существовании, но не знать их самих. Ну, и плюс это ретроспективный опыт человека. То есть он описывает свой прошлый школьный опыт. То есть он говорит, да, описывает девочке, у которой текущий школьный опыт. Он ничего не описывает девочке, он с позиции своего настоящего описывает свое прошлое. Когда он в настоящем знает про законы Ома, а он в прошлом еще не знает. И он описывает тот свой предыдущий опыт, когда законы Ома еще не... Да, потому что эта девушка по... Да какая нет никакой девушки. Находится нет на уровне его прошлого. А для кого тогда он поет все, что тебя касается? Тебя это кто тогда? И все, что меня касается. Все, что тебя касается. И меня касается. Все, что тебя касается, все, что меня касается. Нет, смотри. Ну, я могу еще 4 раза повторить одно и то же, но от этого моя мысль не изменится. Что он из... Я очень ясно выражаю. Что из настоящего времени он описывает свой школьный опыт. Все, то есть его лирический герой – это он же, но в школе. А кому он тогда поет? Он поет просто песню, где описывает взаимодействие школьников, опираясь на свой личный опыт предыдущий. Тогда в чем проблема? В том, что здесь в самой песне есть противопоставление модели взрослого и модели ребенка. Один курит, другая ест конфеты. Одной важна учеба, другому не важна. Один знает законы Ома, другой они еще не знакомы. Я не буду 5-й раз повторять. Ты, ну, как бы, если ты восприняла информацию, но просто мне не кажется, обезьянничаешь, то это одна история. Если ты не восприняла после 5 объяснений, то я не смогу уже ничего с этим сделать. Мне кажется, что это просто недостаточное объяснение. Ну, с точки зрения ответ на твой вопрос, мне кажется, исчерпывающий. Мне кажется, и там допущение довольно серьезное. В песне Ромы Зверя описывается взаимодействие на уровне 2 равнозначных субъектов. В песне Виктора Цоя описывается взаимодействие человека в модели взрослого и человека в модели ребенок. Все, это через лексику, которая там использована, собственно, транслируется. Вот. Но меня Рома Зверя меньше волнует. Меня больше волнует, почему мы все делаем вещь, что песня Виктора Цоя это нормально. Восьмиклассница. Типа, это же ненормально. Ты можешь перестать делать вид, что это нормально. Вот я в этом направлении иду, подняв эту проблематику. Ребята, мне кажется, это ненормально. Здорово. Тем временем, половина считает, что не меняет, 9% считает, что молодит, и 43% считает, что старит, из чего я делаю вывод, что... Да. Что? Ну, что старит. А я считаю, что не меняет. Не меняет плюс молодит в сумме дает больше, чем старит. Ну, если 42% посчитало, что старит, а остальные... А значит, остальные 58% посчитали, что не старит и лучше. Понимаю. Ну, вот. Что ж, это твое право так интерпретировать. Спасибо большое. Да. Да. Совершенно точно не старит, можно уверенно сказать об этом. Отлично, спасибо большое, друзья. Ну что, разогнали, как тебе кажется? Нормально? Нет, мне кажется, ты несерьезно относишься к стриму и к проводимым здесь экспериментам и к статистике. Хорошо, давай еще один вопрос запустим. Мне кажется, ты с такой интерпретацией не имеет смысла запускать вопрос. Про Виктора Цоя хочешь спросим? Кто согласен? Песня «Восьмиклассница» — это нормально или ненормально? Песня «Восьмиклассница». Норм, не норм. Не, ну как песня-то хорошая. Ну, то есть, типа, она мелодичная. Тогда давай по-другому сформулируем. Песня «Восьмиклассница». Смысл песни, сюжет песни «Восьмиклассница». Ну, давай, мы да. Сюжет, да, сюжет песни «Восьмиклассница». Так, сюжет песни «Восьмиклассница». Пока у нас идет опрос. Хочешь ли ты еще что-нибудь рассказать? Нет, это все были темы, которые меня волнуют на данный момент. А ты часто об этом думаешь вообще? Нет, вот случайно. Я, кстати, не знаю даже, чего я это подумал. А что меня к этому привело? Наверное, думал про какого-то педофила. Мне кажется, мы перешли к этой теме после разговора про помаду. А, да. По строчке вот эта «Мамина помада, сапоги старшей сестры». Угу. Вот, она меня на это навела, я такой, это же супер странная песня, почему об этом никто не говорит? Вот. И вот так мы оказались здесь. Восьмиклассница. А у тебя в восьмом классе уже были отношения? Да. С одногодкой и с тем, кто младше? У меня почти все отношения были с одногодками, там, за редким исключением. За редким исключением в какую сторону? В меньшую. Одна девушка была чуть младше меня на пару лет. На пару лет? Да. Окей. А песня «Алиса»? Ты знаешь песню «Алиса»? Что за песня? «Я обниму тебя» вот это, как родную дочь, вот это вот, нет, другая. Блин, слушайте, много странных песен, честно говоря. Может, 3 раза на 2 год оставалось, пишет, как так Гуглович. Ну, типа, да, если ему... она оставалась. Да. Но в ней все равно, понимаете, проблема в том, что в песне все равно у нее образ ребенка, то есть это образ Лолиты, да, у нее конфетки, у него сигареты, то есть даже независимо от того, что мы не можем узнать возраст обоих участников, сама конструкция песни идет по противопоставлению взрослого персонажа и, соответственно, условной Лолиты. Мне нравится, человек пишет, что, никто не встречался с малолетками, что ли? Я из армии пришел в 23, встречался с 15-летней. Жесть. Только без паспорта никто не бы догадался. Это незаконно. У вас не только паспорт должен устанавливаться. Слушайте, это прям, уголовный кодекс, если что. Ну, то есть, это она не достигла возраста согласия. То есть, вас могли посадить. Да. И одобрять это 23-15. Слушайте, это же ребенок, блин. Я знаю еще одну историю, где было 23-15. Что за история? Это не сработает, тебе все равно будет слышно. И так тоже будет слышно. Оксимирон. Понял, да. Да, там тоже что-то такое странненькое. Там девушка потом вышла с пояснениями, что они познакомились в 15, отношения случились, когда в 16. Ой, это всегда такая хуйта, честно говоря, когда... Ой, как совпало, что как раз только возраст согласен. Нет, это какой-то хуйта. Ладно. Мне кажется, честно говоря. Окей. Смотри-ка, помада должна старить, а не душнить. А в итоге задушнили конкретно. Так, чего? Мне кажется, что мы прямо где-то на середине с тобой остановились, хотя... На середине чего? На середине... Это у тебя план конспекта? Нет, это стрима? Это у меня то, что остались записки от эфира с Быковым. Понял. Нет, короче. Что? У нас есть Patreon, есть Digital Duck, есть чат-суперчат, и есть чат, который мы читаем... В конце стрима, как правило, у нас остается где-то 15-20 минут на все это общение, поэтому если у вас есть какие-то вопросы по существу, а вы не просто хотите чилить в чате и общаться друг с другом, то вопросы лучше сохранить под конец стрима, который будет где-то через час с небольшим. Вот пишет интересно пользователь Елена Девочкина. Быстрый поиск говорит, что Цой написал эту песню в 15, так что позиция взрослый ребенок в тексте может быть чистый подростковый выпендрёж. Валидно. Это я тебе то же самое говорила. Может быть. Нет, ты говорила про в целом, сколько им может быть лет, а не про позицию внутри песни взрослый ребенок. Да, это может быть подростковый выпендрёж. Блин, я обычно, когда эту песню у костра пели, обычно пели взрослые мужики, поэтому я супер кринжевал с этого. А еще взрослые мужики поют «I'm a Barbie Girl». Так это нормально. Какие мы можем делать из этого вывода? Что, это нормальные, психически здоровые, незакомплексованные люди. Просто там в одном случае у тебя происходит отождествление исполняющего... Нет, я про нарратив... Еще раз. Я про нарратив самой песни. В самой песне восьмиклассник. Я уже 7-й раз это... Не могу. То есть, кто понял, тот понял. С тобой не получится у нас это обсудить, к сожалению. Окей. Мне страшно. Поэтому предлагаю перейти к Патреону, где есть уже вопросы. И первый вопрос пришел вчера поздно вечером. Собственно, ровно когда я опубликовала... Ничего, какие простыни у тебя пишут? Ссылку на стрим. Александр М. пишет. Давно хотел Майкла спросить, По какой схеме он сейчас занимается спортом, как часто, как питается, какие цели, с чего начинал, может, цели как-то менялись. В общем, Майкл, можешь рассказать про свой путь в занятиях спортом за последние 2-3 года? Спасибо, нет войне, победу Украине, свободу России, свободу всем, политзаключенным. Ну, давайте коротко. Сначала просто так занимался, типа, поскольку хорошее такое отвлечение немножко. Вот, год назад где-то стал подходить к этому более серьезно. Сейчас я занимаюсь 3 раза нагрузки с весами в неделю и 3 раза аэробные нагрузки, ну, то есть бегаю и прочее. Ну, вот в последний раз было 4 дня, то есть все 7 дней недели были со спортом. С понедельника по пятницу я питаюсь дефицитом калорий, я ем 1800 калорий, мне привозят коробочки специальные. В субботу и воскресенье просто ем все что угодно, но стараюсь поменьше есть. Вот, сейчас я на сушке, я пытаюсь убрать висцеральный жир, относительно успешно. Ну, то есть я сбросил довольно сильно. Ну, я хочу больше весить. Сейчас я вешу 65 или 64, что-то такое. Хочу весить килограмм 75. Но я буду уже потом набирать белками чисто мышцы. Ну, не совсем чисто там, не чисто белковая диета, но близко к этому. Но это будет позже, когда я высушу. Сейчас у меня жир 17%. А надо его убрать где-то до 11, до 12. Тогда я досушусь. И начну жрать уже. Уже начну жрать и мышцы наращивать. Вот, примерно так это выглядит. Идем дальше. Дальше сообщение. Но я вообще, ну, лучше у специалиста совсем. Я не специалист, не разбираюсь, не профессионал, ничего не знаю. То есть просто по такому ощущению у меня итоговой цели никакой нет. Просто, ну, такое физическое отвлечение от событий, типа, плюс там испытание себя немножко. Вот я еще курить бросил, что поэтому Нино говорит, я агрессивный немножко. Так что, если что, не обижайтесь. Отличное оправдание. Я не оправдываюсь. Ну, типа, это не индульгенция, если что, не обижайтесь. Так, а я, ну, не прошу индульгенции. Мне кажется, мое поведение нормально, просто ты его оцениваешь как агрессивное, поэтому я говорю, если что, имейте в виду. Окей. Киберлера пишет: дорогие Нино и Майкл, я знаю, что вы очень плотно следите за новостями, слушайте комментарии экспертов о войне, но есть ли у вас какие-нибудь подкасты или каналы не связанную с войной тематику, которые помогают вам отвлечься? Для меня, например, настоящей отдушиной стал подкаст Reddit on Wiki, где 3 парней с моральной точки зрения обсуждают истории, которые им присылают слушатели, и канал Cinema Therapy на Ютубе, где режиссер и психотерапевт комментируют популярные фильмы с точки зрения психологии. А у вас есть что-нибудь подобное? И еще какие анимационные фильмы, вышедшие в последние несколько лет, вам понравились больше всего? По скрипту, Нино, последнее интервью просто бомба. Большое спасибо, Киберлер. Последнее интервью, я так полагаю, вы про разговор с Лышаком. Мне очень приятно, что вы его так высоко оцениваете. Я все еще немножко переживаю, что не с самого начала проконтролировала звук. Я только, ну как, не то чтобы спустя полчаса решила попросить Андрея снять наушники, говорить без них. Я хотела попросить его это сделать после первого же вопроса, но потом почему-то следующие полчаса потратила в уговорах себя же не беспокоить человека лишний раз, и что вроде как бы и все так работают, и вроде как бы и так слышно. А потом, конечно, оставшийся час, и потом следующую неделю, и потом еще одну неделю. Иногда периодически возвращалась к этому в мыслях и такая: блин, почему же я не попросила сделать это раньше? А так интервью, конечно, мне кажется, что получилось хорошим и наполненным. Я чаще всего переслушиваю свои интервью не в оригинальной скорости, в оригинальной это пытка, а на двойной. И, конечно, по большей части пытаюсь анализировать собственные вопросы. И это, конечно, удивительно, как по-разному иногда звучит что-то спустя 2 недели в другом контексте, насколько по-другому и насколько иначе может раскрыться один и тот же вопрос. Я скорее обращаю на это внимание, и я действительно переслушала интервью с Лышаком несколько раз, и я полностью с вами согласна. Андрей просто невероятный, большая честь, что он согласился поговорить и нашел столько времени для вас, для меня. Очень для меня это ценно. Что касается каналов, не связанных с военной тематикой, у меня есть несколько каналов, но я бы не сказала, что они как-то особо расслабляют. Конечно, это True Crime, это есть YouTube-канал Агата Кристи на YouTube, где тоже True Crime истории, там хорошая подача, хороший рассказ, рассказчик. И советую вам, если вы любите True Crime. Никуда не ушла от подкастов. У Холмова есть подкаст и дневники Лоры Палны. Очень люблю все, что делает дочь разбойника, и последний подкаст был как раз про культуру отмены и про скандалы, связанные с харассментом. Тоже как бы так себе развлечение и отвлечение. My Favorite Murder, если вы хотите немножко потянуть английский и тоже слушать что-нибудь про True Crime, но с отличным контекстом комическим, юмористическим, тоже очень вам советую. Но, опять же, если вы не любите True Crime и не любите всякие разные такие маньячные истории, то, я боюсь, ни одна из моих рекомендаций вам сейчас не пригодится. Что еще я слушаю из... Ну, мне нравится «Пирс Фомы», кстати, выходит не так часто, как хотелось бы, но тоже помогает отвлекаться и как-то так развлекает. А так я больше, наверное, пожалуй, ничего и не вспомню. А у тебя? У меня... слушайте, ну у меня нет какого-то... Почему я засмеялся вначале? Я вспомнил, когда вы написали про 3 мужиков-подкастеров, я вспомнил этот ТикТок, где там типа такое «It's another white guy podcast, crypto, Джимбро». Вот это вот все. Да. Мне кажется, супер смешно. Вот. Подкасты я никакие не слушаю. Ну, то есть, типа, я не верю в этот жанр. Мне кажется, он странный. Вот. Ну, то есть, я слушаю что-то, наверное, что записано в форме подкаста на Ютубе, когда просто есть дискуссия каких-то людей. Но вот как подкасты, как отдельная такая ниша, не знаю, у меня нет такого. Я слушаю, опять же, ничего... Постоянного у меня нет, есть какой-то набор документальных передач, какие-то технологические штуки по поводу всяких техноновинок. То есть, ну, меня что-то интересует, я начинаю изучать вопрос. Например, сегодня с утра я такой: о, 3D-печать. Интересная история. Потому что я что-то на Амазоне ковырялся и увидел, что 3D-принтеры современные стоят уже не так дорого. Типа за $200-300 можно купить 3D-принтер и печатать себе что-то. Мне стало интересно, как это все работает, и я посмотрел несколько видосов по поводу 3D-печати. Ни хера не понял, надо сказать. Вот, там очень много каких-то составляющих, но еще буду разбираться, мне интересно. Вот, как-то так, извините за уведомление, сейчас просто идет рабочий процесс параллельно. Включить на час, да. Что я говорил? Да. Поэтому нет у меня какой-то постоянной штуки. Что касается анимационных фильмов. Ты, кстати, сказал про анимационные фильмы? Нет, я не сказала про анимационные фильмы. Ну, Рик и Морти мне исторически нравится. По-моему, они выходили в этом году. Сейчас, кстати, выходит еще новый сезон, надо глянуть. Был хороший сериал про корпорацию заговоров. Да, кстати, неплохо. Неплохо. Еще начинала смотреть Big Mouth. Большой рот. Блин, супер странное дерьмо. Ну, дерьмо не в плохом смысле. На любителя. Да. Мне какие-то серии очень понравились. Нино мне показало такой... Ой, ик. Не знаю почему. Что еще из анимации прикольного было? Какой-то большой метр анимационный. Симпсонов я заново для себя открыл не так давно. Короче, мне надо было что-то слушать или смотреть пока на беговой дорожке. И Симпсоны, блин, они все-таки вне времени. Вот я думал, что типа они уже скурвились давно. Я включил какой-то последний сезон или предпоследний сезон. Нормально, актуальненько, интересненько. В отличие от Футурамы, например. То есть Футурама запустила новый сезон после долгого молчания на Хулу. Ну и полная хулуня, честно говоря. Вот 5 серий я выдержал. Ну, чушь какая-то, ни о чем совершенно. Вот. Как-то так. Вопросы от Телери. Целых 3 сообщения. Точнее, там не все вопросы, но текста много, поэтому внимательно. Привет! Я заказала книгу «Невидимая женщина» после того, как с интересом послушала в вашем Нино исполнении. Много объясняет и заставляет задуматься в книге. Еще хочу посмотреть список источников. Я видела ваше сообщение до начала стрима, и такой легкий холодный пот меня прошиб, потому что «Невидимая женщина» книга довольно сложная для чтения вслух, а так как я ее буквально читала с листа, она была никак не адаптирована. В аудиокнигах, как правило, адаптируют, во-первых, и текст, и всякие разные числительные данные опросов, статистику. Если вот много цифр в тексте, как правило, вот какая-то хотя бы легкая редактура обязательно присутствует, чтобы и диктор не помер, пока это все читает, и на слух воспринималось бы это все сильно проще. И, конечно, это не то чтобы не самый удачный, я бы сказала, что самый средний опыт моего прочтения чего-то на публику. Я прям помню, как иногда натыкалась на такие длинные предложения, что выключалась в середине предложения, чисто механически его дочитывала. И очень много, конечно, в чтении «Невидимой женщины» там и ошибок, и интонационных. И я тогда еще вообще никак не монтировала и не умела это делать. Поэтому честь вам и хвала, если вы это послушали. И уж тем более, если вам это понравилось, и уж тем более, если как-то вдохновило вас на дальнейшее изучение этой темы. Но книга очень важная. Вот сколько, получается, уже несколько лет прошло точно, и я все равно продолжаю периодически возвращаться к тому, что я оттуда узнала. Всякие разные ссылки. Вот совсем недавно, буквально несколько дней назад, мне понадобилась, допустим, одна цифра из этой книги, которая, я помню, и в момент прочтения произвела на меня совершенно неизгладимое впечатление. Да и сейчас, честно говоря, абсолютно не укладывается в голове. И цифра это следующая, друзья. Исследование ООН, посвященное убийствам, выполненное в 2013 году, показывает, что во всем мире 96% лиц, совершивших убийство, мужчины. Вот. Это вам информация для размышления. А определяют ли они себя как мужчин? Без понятия. Я не думаю, что этот вопрос был в опросе, который... А как вообще это? Подожди, это опрос был? Не знаю. Надо посмотреть на эти данные. Ну, в смысле, я не отрицаю, что это большинство убийств мужчин, это факт. 96%, это не то, что большинство. 96% просто хочется посмотреть, откуда эти данные. То есть, они из приговоров, они из полиции. Я тоже читал эту книгу, но я не до конца помню, откуда именно эта цифра. Потому что если это данные приговоров судебных, она одна история. Есть прямо ссылка на PDF-ку, но это сложно будет. Честно. Забейте, да. Не в смысле, что я ставлю их под сомнение, просто из любопытства. Реально есть работающая ссылка на статистику убийств на сайте UN United Nations. Global Study of Homicide. Это домашнего насилия, нет? Homicide это убийство. Разве? Гомицид. Гомицидомания, например, это... Расстройство, которое... Гомицидомания – это маньячное расстройство. Когда у человека мания к убийствам. Поэтому это не имеет... там не вложено понятие о домашнем насилии в этом слове. Теллери пишет, вы смотрели фильм «Довод»? Запутались? Я очень. Надо будет 3-й раз пересмотреть. Зато очень понравилась цитата из «Касабланки» в конце, инвертированная в духе фильма. Я смотрела «Довод», когда он вышел, смотрела на английском и, конечно, запуталась, потому что это было как-то, слишком неожиданно, особенно на английском языке, для человека, который не очень погружен в такие сюжетные линии. Я запутался в том, почему люди запутались в фильме «Довод». Там 3 раза прям статичные кадры, где полностью объясняется, как работает мир, вселенная «Довода». Там единственный вопрос после фильма «Довод», который остается, это является ли этот малыш потом выросшим этим Эдвардом Каллином. Или нет? Это единственный вопрос, который вообще есть к фильму «Довод». Там, хронологический сюжет. Там даже нет временных скачков, там нет перепадов. Каждый раз, когда они инвертируют, они четко говорят, мы сейчас инвертируем, идем назад. А сейчас идем вперед. Из синей команды, из красной команды, и в конце, как он... Там же... Я не понял. Знаете что? Было смешно. Нино не даст соврать. Я начал смотреть видосы с объяснением запутанных мест фильма «Довод», чтобы понять, какие места считаются запутанными. И так и не понял. Короче, мне кажется, «Довод» очень такой простой, абсолютно линейный фильм. Начало в этом смысле запутание. Потому что в начале есть главный прикол, когда в конце он в конце он в реальности или нет. Он вернулся в реальность или нет? Я считаю, что нет, потому что дети не выросли, но неважно. А «Довод» вообще никаких вопросов не оставляет. Поэтому не знаю, возможно, просто сама концепция инвертированного времени, она как-то... Знаете, у меня так есть с физикой. Я когда вижу какую-то формулу физическую, я не начинаю ее изучать, я такой, мой мозг сразу такой, пока, мы не будем залезать в это дерьмо. И я понимаю, это так может работать, то есть, в принципе, когда начинаются какие-то объяснения игр со временем, возможно, кто-то такой, не-не-не, жесть, не буду, не хочу. Вот. А так, не знаю, мне не показался фильм «Довод» запутан, но он довольно прикольный. Я его не так давно смотрел, типа, когда это было? В этом году даже, по-моему. Наверное, да. Да, у меня было неделю или две недели, когда я тупо смотрел кучу фильмов, наверстывая, ну, то есть просто брал и смотрел какие-то фильмы. Вот, «Довод» был одним из них, и, ну, он мне понравился, да, он довольно занимательный. К слову об искусстве. У нас в кинотеатре иногда показывают запись спектаклей британских театров «Энти Лайф». С их помощью я посмотрела спектакли с Камбербэтчем «Гамлет и Франкенштейн». Потрясающе просто. А в этом году показывали спектакль «Гуд» про немецкого профессора литературы и его жизнь с 1933 года в течение 8 лет. Автор пьесы Сесил Филипп Тейлор. Участвуют всего 3 актера. Дэвид Теннет в роли профессора, Эллиот Леви. Ну, Теннет клевый. Эллиот Леви в роли его друга, врача-еврея, а также в нескольких других, и Шерон Смол, как первая жена героя, а также его больная мать, его студентка и майор СС и тому подобное. Сначала немного путаешься, кого она исполняет сейчас, но потом вникаешь. Ее работа в постановке мне показалась самой сложной, все роли непростые. Очень сильное впечатление произвел спектакль, и особенно понравилось конструкционно-визуальное решение, как на костре из книг, образно говоря, выпеклась, не знаю, куда правильно ударение ставить в кавычках, нацистская форма для профессора. И когда он ее надевал, было очень больно, так же, как от войны. Ты что, не видишь? Не надо, зачем? Остановись-то, как же ты не видишь? А вот фильм с Вигго Мортенсеном по этой же пьесе мне показался намного слабее. Ни фильм не смотрела, ни про постановку не слышала. Спасибо, что поделились. И хорошему вам завидую. Это круто, что вам довелось это все посмотреть. Надо будет себе тоже записать. И, наверное, забыть, как обычно, как это происходит с большинством таких заметок и пометок, когда ты хочешь себе что-нибудь выписать, запомнить, чтобы потом посмотреть или почитать. Но вдруг как-нибудь так произойдет, что я таки посмотрю. И в любом случае спасибо вам, что поделились и опытом, и рекомендацией. У кого есть лайфхак, как вот предотвратить то, что говорит Нино, поделитесь, пожалуйста, потому что у меня та же проблема. У меня 15 тысяч заметок в телефоне, в доковских файлах, ну, в этих Google диске, дохера всего. И, например, у меня есть файлы с темами, но у меня таких файлов штук 16, и везде так по 2-3 строчки. Вот, так что я забываю, где они, я забываю, что они были. Когда я их потом открываю, я не понимаю, что там написано. Единственное, что у меня есть, это вот материалы, которые я складирую по папочкам, но здесь почему-то не получается. Не понимаю, почему. Типа, помогите решить проблему. Кто как с этим борется, распишите, пожалуйста. Буду вам очень благодарен, как и все человечество. Кстати, вы мне правильно диагностировали руку. Спасибо большое тем, кто это сделал, подписчики Нино. Я пришел к врачу. Я говорю, ну, честно говоря, говорю, похоже на синдром Ле Кервена. Он такой, он говорит, вам бы травматологом работать. Говорит, все правильно. Я не стал уж рассказывать, что это вы, потому что долго объяснять. Но такие подпивчики. Это такие подпивчики. Такой семейный стрим. Да, как они ставят в подобайке слишком сложный лор. Вот, возможно, там бы скрутили, отправили в психушку. Вот, но да, короче, работаем. Если руку не удастся починить за ближайшие 7 дней, будем ее, ну, не прям, а чуть-чуть. Но если бы сейчас существовали протезы высокофункциональные, я бы уже поменял бы, честно говоря. Что бы ты поменял? Руки и ноги. А почему, а ноги за что? Они у тебя болят? Ну, мне не нравится ограниченность человеческого тела. А что бы ты хотел? Какие бы ты хотел ноги? Ну, когда это станет полноценно. Знаешь, как вот у киборгов. То есть, когда, ну, условно, ты когда ходишь, у тебя ноги болят, правильно? Ну, так долго. А так не будут болеть. Они не могут болеть. Почему ты хочешь именно их отрезать и заменить, вместо того, чтобы встать в какой-нибудь экзоскелет и экзокостюм? Хуета. Зачем? Зачем эти полумиры? Нахер нужны ноги и руки? Ровно за тем, зачем стоматологи говорят до последнего ходить с собственными зубами, а не вырывать их типа в 14 лет. Самые богатые люди, наоборот, делают, как эта хуйня называется? Что? Виниры? Да, виниры делают. Виниры не имеют ничего общего с медицинской частью. Это чистая эстетика. Я понимаю вообще тех, кто... Блин, прикиньте, вы делаете виниры и больше вообще не думаете... Ну, точнее, нет, за ними надо ухаживать, это правда. Но у вас, ну, как с машиной. Вы просто их обслуживаете, как на то войсе. У вас не возникает кариеса, блядь. У вас там что-то там не меняется прикус и все такое. Супер кайф. Я бы, ну, максимальное количество... Ну, я теперь рассказывал, я всем об этом рассказывал. Элементов своего тела я бы заменил, кроме 2. Одно здесь, другое чуть-чуть пониже. Остальное я бы все поменял, ну, потому что у меня бы не было вот этих, значит, несовершенностей, связанных с человеческим телом. У тебя не заламываются руки, у тебя ничего не болит. Я просто не понимаю прикола, зачем тебе условно искусственные руки, если они не будут стрелять паутины, как у Человека-паука, ну, или там было бы растягиваться на 4 метра, тогда в этом был бы смысл, условно, если ты меняешь свои настоящие ноги на искусственные. Потому что это избавляет ноги. Тебя от проблем и добавляет тебе плюсов. Нет. Это эффективно. Ну, просто сейчас нет. С нынешним уровнем протезирования нет, безусловно. Ну, то есть, типа, нынешние протезы, это скорее обременение, это подходит только в случаях, когда ты потерял трагическим образом те или иные конечности. Для человеческого организма это огромная трагедия, кошмар, переживания. Конечно. Но когда они станут... боли, да, как минимум. Но когда они станут на уровне, типа, вот как мы это видим в условной научной фантастике, ну, то есть, когда у них будет абсолютно такая же функциональность и чувствительность, как у обычных рук, но при этом они будут лишены негативных сторон обычных рук. Я первый вообще в очереди. Я хочу спросить у зрителей. Да, люди как-то очень нежно относятся к своим частям тела. Не знаю почему. Ну, в смысле, знаю, почему сейчас это нормально, но в будущем... Вы бы хотели... Роборуки. Поменять себе... Не, ну поменять себя слишком широко. Поменять роборуки. Поменять себе части тела. Не, на роборуки. На... Смотри, ты идеально играешь любую симфонию. Ты идеально играешь любую симфонию отсюда, а не только отсюда. Это так не работает. Ты можешь, конечно, типа, как это, знаешь, как шарманочку. Да, какой смысл в этом? Ты носишь любые предметы, любые шкафы, любые кровати. У тебя вообще нет с этим проблем. Ты можешь что угодно починить. У тебя, ну, ты можешь вообще что угодно сделать. Не вот это... Я, зайчик, вот этими руками не могу бумажку в файл засунуть. Это невероятное мучение каждый раз для меня, потому что у меня не развита мелкая моторика. Поэтому там ты вообще сможешь... нашел простой и эффективный способ. Да. Ну, пока не нашел, когда найду. Нет, то есть, прикиньте, все вещи, которые завязаны на умение ваше, хирургия, игра на скрипке, что угодно еще, у вас теперь есть самый точный в мире механизм. Вот, ну, то есть, когда это будет так. Вы просто добавляете туда какой-то пресет, да, там, не знаю, пресет доктор, и все, ты можешь провести любую операцию вообще. Сам себе. Вот, это супер кайф, это супер кайф. Безумие. Почему? Абсолютное безумие. Что тебя пугает в этом? Все. Да почему? Смотри, все пугает. Чисто математическая задача. Мне не нужна чисто математическая задача. У тебя есть некоторая, ну вот, как машина, да, у тебя есть машина, и тебе предлагают, хочешь машину получше, у которой будет автопилот. Это не машина. А в чем разница? Это часть, просто твоя часть. Тебе говорят, мы сделаем тебе такую же, только она будет больше уметь, меньше ломаться, никаких негативных... Твое тело неразрывно связано с твоим самоощущением. Ты ногти остригаешь? Ногти — это не часть тела. А как? А что это? Ты имеешь в виду вот, типа, то, что выросло, считай, да, мертвевшая ткань, ороговевшая. Ну или там, типа, я бы не хотела, загар, чтобы... когда у тебя... А я бы, вот смотри, так, про ногти, я бы не хотела, чтобы у меня их выдернули, чтобы я осталась без ногтей, потому что мне важен каждый ноготочек. Потому что это часть моего тела. Какая-то странная чушь. Потому что мое восприятие мира происходит через синтез и симбиоз моего внутреннего сознания, вот этого подсознания, и моего внешнего проявления, моей внешней оболочки. Да нет, мы воспринимаем мир чисто через мозг. Я единое целое со своим телом. Это импульсы, это просто импульсы. Я единое целое со своим телом. Ну, это какая-то околорелигиозная, эзотерическая история. Это не околорелигиозная. Ты знаешь, что даже младенчикам, когда они появляются, и мамы специально делают массаж, они вот так вот берут ручки и вот проводят по их телу, чтобы ребенок понимал, где он начинается и где он заканчивается. Да, чтобы он мог существовать в пространстве. Не только ради этого. А для чего еще? Тебе очень важно понимать, где ты начинаешься, где ты заканчиваешься, что ты где-то. Нет, мне просто, очень чтобы он сильно, мог нормально существовать стресс в пространстве. Во-первых, это моя ручка, у тебя есть своя ручка. Очень сильный стресс проявляется иногда в потере чувствительности собственного тела. Когда у меня был очень сильный стресс, я перестала себя чувствовать ниже плеч. И это было ужасно. Я бы, типа, ни за что в жизни не хотела бы ничего себе менять. Какие бы... Умные меня поправляют, что шкафы носят позвоночник, а для хирургии в первую очередь нужны знания, опыт, а не ловкость рук. Нет, смотрите, позвоночник мы тоже меняем, само собой. Само собой, потому что позвоночник — это бесконечный источник проблем. Это бесконечный источник проблем из-за чего? Из-за того, что мы с вами прямоходящие. Если бы мы, как все нормальные люди, хотел сказать, как все нормальные животные, хотели бы на 4 конечностях, у нас было бы гораздо меньше проблем со спиной. Поэтому позвоночник мы первым делом вообще меняем. А что касается рук, ну, если ты специальную, опять же, программу в них вставляешь, вот, ну, опять же, у нас пока нет этой технологии, посмотрим, как она будет, но если ты вставил пресет, еще все это соединено с нейроинтерфейсом, который будет у тебя в мозгу, все, вперед, поехали. Ну, то есть, это инструмент, просто инструмент. Знание и опыт мы будем передавать через нейроинтерфейсы. Ну, то есть, я искренне верю, что это в обозримом будущем будет. И лингвистические, и любые проводки тебе там, например, надо, не знаю, освоить какую-нибудь технику, резьбы по дереву. Все, ты берешь, значит, чипик тебе, скорее всего, по Wi-Fi или как-то так. А как это будет процессироваться моим мозгом? Как я буду получать процесс осознания и понимания глубокого происходящего? Зачем тебе глубокое понимание? Ну, у тебя есть навык какой-то. Например, ты знаешь, как открывать банк. Ты знаешь, что для этого надо нажать сюда. Все, ты открыл банку. Любые знания... Ты не можешь сравнивать открывание банки с игрой на фортепиано. Почему? Ну вот когда из лука мы с тобой ездили стрелять, нам говорили, у тебя должно быть, значит, вот это натянуто вот так, вот туда ты должен смотреть и вот так вот отпускать. Вопрос концентрации, вопрос... самоощущение, вопрос вот какого-то... Ну, если тебе будет конкретное знание передаваться, любое действие — это две составляющие. Первое — твое знание об этом, второе — механика. Господи, просто какая чушь. В смысле, это так устроено любое действие. Ну, типа, строительство из лего, строительство домов, я не знаю, переборка двигателя. Это совокупность знаний. Ну, ты же понимаешь, что это не просто механическое. Ты взял одну детальку, поставил... Так я и говорю, совокупность знаний и механика. Да, и что происходит из-за этого? За знание у тебя будет отвечать... Процесс осознания, процесс понимания. Я не знаю, что такое процесс осознания. Я знаю, что это информация в твоем мозгу. Собственно, то, над чем сейчас работает, в частности, Илон Маск, это нейролинк. То есть, чтобы у тебя... Скажи мне, чем тогда в таком случае, вот, например, про физику мы сегодня говорили, да. Вот ты можешь вызубрить формулу, и это знание будет у тебя в мозгу. Но у тебя не будет совершенно никакого понимания, как работает эта формула. Ну, для механических действий тебе не надо. Для оперирования, для хирургии, для переборки двигателя, это все механические действия. Поэтому операции сейчас, например, пытаются делать в том числе через автоматизированные штуки. Или сборка автомобилей, например. Сейчас сборка автомобилей, ими занимаются такие гигантские роборуки. Сборка автомобилей — это реально то, что ты делаешь по инструкции. У тебя каждая шестеренка... Как и почти все остальное. Почти любой навык должна такой. Быть на своем месте. И, конечно, в сборке автомобиля, мне кажется, вот это вот человеческий взгляд и человеческое какое-то участие может только навредить процессу. Почти любое действие без творчества — это просто набор инструкций. Хирургия, сборка автомобилей. Из-за того, что действие сложное, оно не становится более творческим. Проведение операции — это конкретная задача с последовательностью действий. Все, там не нужно никакое творчество. Там нужно умение реагировать на критические ситуации, если ты сделал что-то не так. Но если ты будешь делать по инструкции, если все это будет делаться правильно, то никаких критических ситуаций может и не возникнуть. Вот, поэтому большая часть навыков, которые именно как навыки, это абсолютно механистические действия. Есть творчество, это другое. Процесс творчества, конечно, тебе никто не заменит. Что можно сделать по инструкции, что нет? Ну вот, если по такой базовой критерии. Ты можешь играть одно и то же произведение на пианино совершенно по-разному. Ну, это уже дискуссия, которая довольно долго идет. Ты можешь петь одни и те же песни абсолютно по-разному. Это тоже творчество. Смотри, творчество в игре, например, на музыкальных инструментах, на мой взгляд, в моменте сочинения. В моменте исполнения это соревнование в мастерстве. Как с шахматами. Раньше шахматы считались очень творческой херней, ты должен был там это... С момента, как в каком году это было, в 80-х, как компьютер, слабейший по сравнению с современными, начал обыгрывать человека в шахматы без шансов того же Каспарова. Все. Ну, типа, мы просто такие, это не творчество. Это просто вычислительные мощности для просчета действий. Вот мне кажется, что игра на инструментах та же история. Ну, то есть люди просто соревнуются в скиллухе, да? Когда нам показывают какого-нибудь пианиста в фильме, он что там такой... Очень быстро двигает руками. Вот. А с точки зрения творчества... С точки зрения творчества это придумывание, мне кажется, больше. Он просто быстро двигает руками. Я правильно тебя услышал? Да. Буквально. Все, ладно. Ну, исполнение на любом инструменте... Исполнение на любом инструменте... А ты исполнял когда-нибудь что-нибудь на любом инструменте? На гитаре, на электрогитаре, я играл. Кайф. Что, я ходил, занимался год. Да. Назывался «Красный химик». По-моему, «Красный химик» или что-то такое. Боже мой, вот объясни, пожалуйста, вот это ощущение вибрации и покалывания у меня в мозгу, которое у меня сейчас случилось после этого обсуждения. Вот это что? Это механическое действие? Это творчество? Что это? Это личностный кризис. Что мне это заменит? Мне что надо тебе вставить, чтобы у меня не было такой реакции? Это у тебя просто... Или чтобы она осталась? Просто у тебя есть какой-то набор постулатов, которые тебе привило общество. И в момент, когда те постулаты, в которые ты веришь, они подвергаются какому-то, скажем так, испытанию на критическое осмысление реальности, у тебя покалывание. Ну, если ты спросила, это мое предположение. Такие дела. Вот, короче, роборуки как появятся, я за. Но пока нет ничего, чтобы на это походило. Ждем, я думаю, 5-10 лет. Ведьмочка. Брендвич. Просто давай завершим. Он не меняется. Я надеюсь, я найду успокоение. 31%, дорогие друзья, 31% людей вполне, а рационалисты вполне себе представляют, как истинно устроен этот месяц. 69 очень романтичный. 68. Угу. Ты романтик, я киборг будущий. Ты не заметишь разницы, зайчик, они будут выглядеть абсолютно так же. Ты смотрел фильм «200-летний человек»? Это как Эффект зловещей долины. Вот это ровно то же самое. Нет, эффект зловещей долины связан со зрачками. Не только со зрачками, только, а с тем, как ты воспринимаешь человека. Нет, только со зрачками. Там в этом прикол эффекта зловещей долины. А зрачки ты будешь менять? Вот нет, нет. Хотя... А как же зрение? Хотя... Да. А, кстати, спасибо, что ты напомнила. Короче, очень хорошо. Ребята, вот роборуки — это как очки, по большому счету. То есть мы с вами уже частично киборги. Есть такое рассуждение, довольно интересное в определенных кругах. Ну, что такое очки? Это внешнее устройство, которое позволяет нам модифицировать собственные способности. Прости. Да. Зловещая долина. Не погружаясь в вопрос, первое определение, которое дает Википедия, явление, основанное на гипотезе, сформулированное японским ученым-робототехником и инженером Масахиро Мори. Она подразумевает, что робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей. И тут ничего про то, что это конкретно про зрачки. Там дальше будет про это. Потому как что... можно действовать зрачками? Потому что, собственно, ты прочитала, в чем он выражается, но есть обсуждение причины зловещей долины, и большая часть людей, которые работают с аниматроникой, это, по-моему, называется, говорит, что дело в глазах, что наши глаза настолько часто двигаются, настолько незаметно, и мы это не фиксируем нашим глазом, что из-за этого происходит эффект зловещей долины. Но это не так важно. Так вот, очки. Это внешнее устройство, которая модифицирует наши возможности. По сути своей, очки – это почти имплант. Только разница в том, что он не встраивается в нашу голову. А линзы, например, они еще ближе к имплантам и делают вас киборгами. Вас, потому что вы носите линзы, я не ношу. А они делают вас киборгами, потому что вы буквально вставляете в свое тело внешнее устройство, которое модифицирует ваши возможности. Это хороший пример. Вот линзы же у тебя не вызывают такого отторжения, как роборуки. А брекеты это тогда тоже? Да, конечно. Да, только отличие с брекетами, что они в моменте твои зубы не меняют. То есть брекеты, они меняют в моменте. Брекеты – это скорее ближе к перевязке или чему-то такому. То есть это временная мера для того, чтобы исправить, повлиять в долгосрочной перспективе на твои какие-то части. А вот линзы и очки, это чисто, они ничего не меняют в себе. Только там у тебя зрение садится, но это другое немножко. Это конкретно внешний объект, которые ты используешь для того, чтобы увеличить собственные возможности. Наращивание ногтей. Не знаю, как работает наращивание ногтей. Просто я никогда не сталкивался. Наносит специальный, гель, держишь под лампой, он высыхает по форме ногтя. Но он не дает тебе никаких новых навыков. Это, это эстетический прибамбас, чисто татуировка как будто. Наверняка увеличивается какая-нибудь моторика мелкая или снижается. От ногтей. А лучше чешешь, например, место, где у тебя чешет. Прикол. Это не прикол? Почему это прикол, это не прикол? Потому что это не цель наращивания ногтей. Цель линз для того, чтобы ты лучше видела. Цель наращивания... Сейчас цель не только лучше видеть, но чтобы у меня глаза были другого цвета. Как-то одно от другого выделяешь. Это эстетические линзы, но это имплант, но эстетический. То есть это должно быть внешнее устройство, которое ты применяешь к своему телу. Наращивание ногтей, это я так из твоего описания понял, что это какой-то гель, который наносится, и он имеет долгосрочный эффект. Да. То есть он влияет на какую-то часть твоего тела. Да. Линзы не влияют на какую-то часть твоего тела, они не делают долгосрочный эффект. Ты их надела, ты их сняла. То есть это конкретная штука, которая сама по себе работает. А линзы, которые можно носить 2 месяца? Тоже просто долгосрочные линзы. Тогда ногти нарощены. Нет, опять же, разница, смотри, гель влияет на твои ногти, а линза существует как бы отдельно от твоего глаза. То есть она модифицирует твои возможности, не вступая в реакцию с глазом. А гель, он вступает в реакцию с ногтями. Но опять же, это не конвенциональная история, это скорее описание некоторых соображений на эту тему. Поэтому очки – это первый в истории пример модификации человеческого тела. Поэтому мы давно с вами уже, так сказать, киборги в каком-то смысле, по крайней мере, те из вас, кто носит очки. И видите, у вас уже нет никакого отторжения к очкам. Надеюсь, что в будущем оно и пропадет и к рукам. На страничке в Википедии про зловещую долину ничего не вижу про зрачки. Тут есть график, эмоциональная реакция человека в зависимости от человекоподобности наблюдаемого объекта. Человекоподобность – это горизонтальная ось, эмоциональная реакция – вертикальная ось. Промышленный робот сначала вызывает приятное ощущение, гуманоидный робот тоже приятное ощущение, а зловещая долина проваливается, когда мы смотрим на труп, зомби или руку-протез. Не совсем так это работает. Гуманоидный робот тоже проваливается, как ты видишь, в зловещую долину, причем еще глубже, чем труп. А где он проваливается? гуманоидные роботы... нет, он у тебя не проводится. Но это тогда супер плохо нарисовано. Как этот, помнишь, как Boston Dynamics? У тебя, ой, какой миленький робот. Так он не гуманоидный. Ну, гуманоидный, это который похож на человека. У Boston Dynamics... Я к тому, что есть роботы, которые вызывают у тебя... Нет, просто гуманоидные роботы — это как раз те, с кем и связывают эффект зловещей долины. А здесь они у тебя за зловещей долиной. Рука-протез у тебя проваливается. Ну, я поэтому и говорю, это странный график. Ну, то есть рука-протез ни у кого не вызывает никаких проблем, а гуманоидные... Бунраку. Кукла Бунрака? Бунраку. Она вызывает какие-то хорошие, да. Она у тебя вызывает хорошие ощущения? У меня не очень. Лучше, чем многие протезы. Ну, вот то, о чем ты говоришь, вот это вот... Протезирование, да. Киборгизация. Как твои линзы. Нет, вопрос привычки. Не вызывает никакого вопрос привычки. Ощущения. График странный. Я не знаю, я просто не смотрел, что на Википедии написано на эту тему. Я немножко в другой уровень дискуссии погружен по поводу зловещей долины. Понятно. Burn Witch, простите, у меня все еще огромные надежды на ваш вопрос. Привет, дорогие Нино и Майкл. В тему своего прошедшего дня рождения поздравляем еще раз! С праздником! И приближающегося Нового года хочу спросить про подарки. Насколько вам просто что-то подарить? Бывают ли у вас виш-листы? Некоторым мужчинам сложно что-то выбрать в подарок, потому что у них все есть и или они ничего не хотят. Мой муж именно такой. На день рождения я еще худо-бедно подарила ему игровой руль, а вот чем порадовать на Новый год, ломаю голову. У меня наоборот есть целый виш-лист с миллионом мелочей, и если когда-нибудь я получу все это в подарок, боюсь, в доме не останется места для меня. Тогда дом добавляете в виш-лист. Ведьмочка, ты, по-моему, на это перешли. Совершенно не разочаровала, а просто прекрасный вопрос. Спасибо большое. Вот я выдохнула всей своей душой и с нетерпением жду, когда мы обсудим подарки. Я завершу вопрос. Я завершу. Он не меняется. 31%. Ребят, ну это довольно много. Я считал, что, так сказать, нас, технооптимистов, гораздо меньше. Так. Про подарки. Ответите на этот вопрос? Насколько тебе просто что-то подарить? Слышал, да. Очень просто, постоянно дарю что-нибудь. Вот. Как ты выбираешь подарки? Я когда слышу, что человеку что-то хочется, вот, беру это на заметку себе. Или если я вижу что-то, и я такой, о, это точно будет прикольно у этого человека. Вот. А приведи пример. Ну, это пример подарка неподаренного. Класс. Но, тем не менее, я увидел одни кроссовки и такие, о, это будет очень классно этому человеку. Просто проблема в том, что этого человека очень большая нога. И оказалось, что эти кроссовки на этот размер стоят в 4 раза больше, чем они стоят на, ну, типа в среднем. Вот, а столько я не готов платить. Вот, поэтому не получилось. Руслану я дарил этот самый на Новый год штуку с вентиляторами под приставку и под джойстики, довольно удобную. Вот. Сестре мы, помнишь, часы подарили. Ну, какие-то такие штуки. Угу. Вот. Но вообще просто это не до конца все подарки. В том смысле, что я не очень именно позиционирую подарки как подарки. Просто, ну вот там, если мне кажется, что близкий человек, ему чему-то надо, чего-то хочется, я просто стараюсь либо согласовать это, либо подарить. Такие дела. Виш-лист у тебя бывает? Не-не, у меня, ну, что я хочу, я просто покупаю себе, и все. Ну, я очень немного вещей хочу, я довольно скромен в своих потребностях. Только технологичные всякие штуки, то есть все, что связано с технологичностью, то есть у меня есть там комп, наушники, приставка, вот я там VR-шлем себе купил, но на все остальное я деньги вообще не трачу. Даже на еду по минимуму, как правило. Вот, поэтому, если мне что-то хочется, я это просто покупаю, а вот так отдельно. Нет, ну, разве что бомбочки для ванны. Благо... Саша Плющев пишет, Майкл подарил мне чумовой синефон. Ну, это Саша попросил. Я подарил. Не то чтобы... Ну, вот у меня скорее вот эта штука... Батя, привет! Привет, Саша. Привет! У меня скорее вот эта штука, то есть... Я не рассматриваю подарки как какую-то отдельную концепцию, что их вот только надо на какие-то праздники дарить. Вот. Я скорее такой, типа, кому-то что-то нужно, я готов с этим помочь. Вот. А как бы ты порадовал, чем бы ты порадовал человека, которому уже подарили игровой руль? Ну, зависит от его вовлеченности в автосимы. Если он прям очень много гоняет на нем, можете подарить ему коробку передач к этому рулю. Вот, потому что базово в комплект руля обычно не входит коробка передач. Педали, скорее всего, входят, поэтому уже есть. Что еще? Но опять же, зависит от его каких-то увлечений. А что, какой праздник? Новый год. Новый год. Да ну забейте, на Новый год ничего не надо никому. Ну, в смысле, надо, но там какие-то необязательные подарки. Лего, техник подарите. Не знаю, зависит от его увлечений. Можно, кстати, если у вас есть бюджет там $150-200 на подарок, ну, то есть, типа, ну, на Новый год существует два типа подарков. То есть, либо все дарим друг другу маленькую ненужную фигню, и это нормальный концепт, мне он очень нравится, хороший подход. Иначе можно разориться на любой Новый год, особенно если вас много. Либо дарим прям вот каким-то близким людям супердорогие подарки. Вот если у вас есть бюджет $150-200, можно ему подарить 3D-принтер. То есть не факт, что он будет им часто пользоваться, но он приходится абсолютно точно. Вот. Ну, блин, это же 3D-принтер. У вас, ну, не возникает трепета, когда вы говорите 3D-принтер? Очень странно. Все-таки какая-то разница между женщинами и мужчинами есть. Я почти уверен, что спросил у любого мужика в чате или вообще... Я могу тебе сказать, какая разница. Какая? 96% Мы не убиваем, убийств были совершены мужчинами. Ну, что вот поделать, мне кажется, это существенная довольно разница. Согласен. Так сказать, взял бы... Готов за них отсидеть, но пока никого не убил. Хотя номинанты есть. Что я говорил? Да, мне кажется, спросил любого человека... который увлекается какой-то техникой, он с удовольствием 3D-принтер оценит. Так, я увлекаюсь техникой. И буду очень рад получить 3D-принтер. Давай так спросим, типа, заставляет ли вас трепетать слово 3D-принтер? Я увлекаюсь техникой, и 3D-принтер заставляет мое сердце трепетать. А это можно в вариантах уже, наверное. Ну ладно, трепетать, да, нет. Да, нет. Я думаю, ведьмочка. Если он любит все, что связано с вождением, там, не знаю, симуляторами, подарите ему картинг. День на картинге идея, или... Да. Не, день, ты чё, руки отвалится. Пару заездов просто. Или, по-моему, я знаю, что где-то разрешают кататься даже не то, что на картах, а на настоящих спортивных машинах. Да. Если вдруг он водит, и он это любит, и он готов встать за компьютер, и он не просто любит компьютерные гонки, а вот хочет именно чего-то такого. Можно было бы, я думаю, на Новый год порадовать таким подарком. Про виш-лист. Я долго-долго сопротивлялась виш-листам, потому что, мне кажется, каким-то... Мне казалось, во всяком случае, раньше это немножко странным концептом, что я как будто бы, типа, чего-то прошу или требую. Или, например, условно, если я вдруг хочу какую-нибудь дорогую вещь, то я как будто бы ставлю людей в неловкое положение. Ну, условно, я озвучила свое желание, и, конечно, это не принудительно, и никто не обязан следовать виш-листу, но это значит, что я или людей поставила в неудобное положение, если они не последовали виш-листу, потому что, видимо, были какие-то причины, какие-то проблемы, из-за которых они не смогли исполнить, условно, список моих пожеланий. А, с другой стороны, опять же, может быть, у них, в принципе, не было такой задумки делать мне какие-то вот такие определенные подарки. В общем... Но со временем, мне кажется, что действительно виш-листы — это довольно рабочая история. Для больших особенно подарков, мне кажется, которые вкладчину удобно. Да, опять же. Ну вот, опять же, понимаешь, типа, какая-то странная, по-моему, получается штука, когда у тебя... подарки, которые нужно дарить в складчину. Тогда выбери какой-то один подарок, который тебе надо подарить в складчину. Так это, наоборот, самое прикольное, потому что подарки в складчину, но это всегда, типа, ну, не мусор какой-то, ну, то есть это, типа, прям полезная вещь. Ну да, но, опять же, тогда выбери какой-нибудь один подарок, чтобы в складчину получилось, а не вываливай на людей гигантский список всего, чего ты себе хочешь. Ну, что это выш-лист из одного подарка. Ну... Выш-лист. Это не имеет ничего общего с количеством предметов в этом списке. Вот. И я тоже, да, мне скорее приятно, когда у меня есть возможность сразу купить себе то, что мне хочется, а не вписывать его в списки какие-то. Плюс еще вообще с подарками. В последнее время вот я делала одному человеку подарки на день рождения, на новоселье, и это были все больше сертификаты, потому что, ну, у всех по-разному выстроена система какой-то симпатии. Вот, например, в списке в виш-листе как раз были там, допустим, всякие разные ароматические свечи. Я обожаю ароматические свечи, но я очень люблю древесные запахи, я люблю такие пудровые, люблю сладкие запахи. Там я сейчас нашла свечи Вудвик, которые, ну, просто фантастически пахнут. Я обожаю, если в вашей стране их доставляют. Это такие высокие свечи с трескающимся, потрескивающим фитилем. И там есть запах, который называется, по-моему, кейв-асигар. Могу ошибаться, но если вам прямо интересно, напишите мне, пожалуйста, куда-нибудь. Я надеюсь, найду ваше сообщение и отвечу. Лучше прямо в комментариях к трансляции. Которая пахнет как махогани из H&M Home. Но махогани из H&M Home просто пахнет типа чисто для себя, а эта свечка распространяет запах по комнате. И, я просто, не знаю, я обожаю этот запах. И я ненавижу цитрусовые. А есть люди, которые ненавидят такие запахи. Вот, например, Майкл очень не любит, когда я все эти свечки себе зажигаю. Потому что... Да просто свечка, которая пахнет свечкой. Это меня... не свечка, это там у них разные запахи. Свечка, которая пахнет лучиной. Хорошо. Вот. Есть свечка, которая пахнет спичкой, блин. Знаете, как раньше, когда, в советских квартирах, в туалете, когда не было освежителя, типа спичку сжигали. И была одна свечка чисто, с таким запахом. Это были запахом. Не свечки, это были ароматические спички. И я такой, йоу. Типа... это были буквально пахнет ароматические спички. Пахнет как в советском туалете, может быть, понимаете. Я не знаю, как пахнет в туалете, но это просто были спички, да. У меня большой нос и очень обоняние сильное. Поэтому я очень хорошо слышу запахи. Например, в парфюмерных магазинах у меня сразу голова начинает болеть. Я слышу все запахи, которые там есть. И я вот, когда мы там в дьюти-фри с Нино ходим, я говорю, я снаружи постою, потому что я просто не могу долго находиться в парфюмерном, и даже недолго, честно говоря, тоже. Вот, и поэтому я очень хорошо слышу эти запахи, и какие-то приятные есть, а какие-то меня вызывают недоумение. В общем, если коротко, я бы могла на свой вкус набрать миллион свечей, но не факт, что они бы понравились, я бы просто зря потратила деньги. Потому что я, например, подарки, которые мне не нравятся, прячу. И тогда я, конечно, жалею, что не было какого-нибудь виш-листа, но что поделать. Видите, у меня у самой нет пока какой-то полной ясности, как себя вести в этом отношении. Но да, виш-листы — это как минимум удобно, потому что экономишь... Соответственно же на этом, что ли, такого типа сосуд, на которую ты напал, вообще, мне кажется, что историю с виш-листами, ее можно не конкретно под праздник подвязывать, а составить себе, например, гигантский виш-лист для маленьких приятных подарочков, которые тебе можно будет случайно подарить без повода, если захочется человеку сделать тебе приятно. Вот мне кажется, что концепция виш-листов нашла бы свое логическое продолжение. Логическое. Господи, я ненавидела эти задания из ЕГЭ по русскому, потому что мне казалось, господи, что же тупые люди могут запутаться в предложении, где нужно выбрать между логичным и логическим. Но вот видите, сейчас это стало моей большой проблемой. Короче, мне кажется, что логично было бы повесить себе виш-лист в целом куда-нибудь на стенку и весь год себя баловать какими-нибудь разными подарочками из этого списка или просить своих родных и близких, которые любят делать вам подарочки и дарить вам что-нибудь оттуда. Но понятно, что там не должно быть, не знаю, Тесла, 4000 компьютеров или что-нибудь экстра-экстра дорогое. В самом плохом этапе опасный момент на помощь Украине. Пока я думаю, что, в принципе, концептуально, несмотря на то, что мы находимся... Да, у нас же трансляция отсюда. Простите, дорогие друзья. Я проверял качество. Простите. Мне просто монтажер написал, что там качество проседает. Я приношу свои искренние извинения. Но зато получился небольшой этот тизер. Микс-тизер, да. Подоляк и виш-листы. Диджей Майкл. Так, я на всякий случай звук рабочего стола отключу вообще. Окей. Все, простите. Каюсь. Мы так долго отвечали на вопросы про виш-листы, что... Вместе с подаляком. С Михаилом Михайловичем. Михаил Михайлович прекрасно. Да. Что пришел еще один вопрос от Киберлеры. Дослушала до спора про роботизированные протезы. Я поклонница киберпанка, поэтому надеюсь дожить до момента, когда такие технологии станут реальностью. Прям чуть-чуть осталось. Если не сгоримся в атомном апокалипсисе, то, мне кажется, осталось типа лет 10-20. Связь между имплантами и мозгом в киберпанковом лоре обычно обеспечивается нейрочипом. Это имплант непосредственно в мозг, без него протеза просто мертвый вес на теле человека. Но мне понравилось, как Нино практически за минуту определила проблему. То, что в некоторых лорах называется киберпсихоз, когда не понимаешь, где заканчиваешься ты, а где начинаются импланты. У многих людей это и без имплантов есть. Какие-то экзистенциальные вопросы о том, что такое я, что такое мир, какова эта реальность. Поэтому, мне кажется, это не до конца... В подарках главное, верно, расставить акценты. Блин. Это отсылка к подалеку какая-то? Он там говорил про акценты. Он всегда во всех интервью говорит, вы очень правильно расставляете акцент. Здесь важно правильно расставить акценты в подарках. Главное, чтобы подарок был очень интеллектуальным. Я надеюсь, Саша все еще здесь, потому что это потрясающе. О, да. В подарках главное, верно, расставить акцент. Факт. Так и есть. Все. Кажется, лучший момент стрима произошел. Ставьте лайки, дорогие друзья. Лучше уже не будет. Будет. А я хотела сказать... Знаешь, все еще. Кстати, дорогие друзья, вы вообще не присылаете донаты в суперчат. Это большое упущение, мне кажется. Нужно верно расставить акценты в суперчате. Да, я как раз хотела в начале эфира сказать, что... Точнее, поторговаться немножко. Попросить где-то человека... Где-то 7 тысяч. 104 человека примерно подписаться, и мы вам покажем фотографию, которую вы, правда, видели уже в конце пятничного стрима 2 недели назад. Бубочку в корзиночке. Вот. Раз уж мы с вами следим за этой историей, то если вдруг 104 человека подпишутся на меня за оставшиеся 45 минут, то мы вам покажем бубочку в корзиночке. А если нет, то когда у нас будет семейный стрим следующий? Кстати, меня не будет же следующее второе воскресенье. Не будете? Не-а. Ну, получается, вот. Можем 19-го провести. Через неделю. 2 недели. А как же твой стрим? Его не было уже 2 недели. Да. О, давай так спросим. Так, сейчас я закончу опрос про 3D принтер. Кстати, нет, 57%. 56, 57. 57. Не заставляет ничего сердце трепетать. Ну, как ничего. Блин, как же ты просто... Пошли вон. Даже создать опрос. А что я хотела спросить? Хотите ли вы еще семейных стримов с Нино Росебашвили, Майклом Наки и Михаилом Подаляком? Блин, главное в подарках правильно расставить акцент. Обожаю. Как же это хорошо. Так, в следующее воскресенье. Расставляем акценты вместе или Нино в соло? Послушаю одну Нино. Посмотрю семейный стрим. Потому что так-то, смотри, вот тут меня не будет. Да. А вот тут мы уже будем с бубочкой. Ну, видишь как. И тогда у нас получится семейный стрим и семейный стрим. Да. Окей, я не против. Но очевидно. Послухаю, почему? Я не хотела написать «послухаю», но случайно получилось. Блядь, что? Акценты расставлены не очень правильно. Какое-то восстание машин происходит. Да, это что ты их оставляешь. Это все твои киберштучки, да? Да. Понятно. Да, не удивляйтесь. Я не хотела написать «послухаю», я хотела «послушаю». Ну что ж, это значит, что всего 8%, 9%. Радуются, когда я выхожу в стримы одна. Я все равно буду выходить, друзья, потому что... Ну, мне слушай, кажется, разные просто аудитории. Кому-то, ну, ты на семейном, если ты спросил на одинарном стриме, был бы другой расклад. Все равно, что во время трансляции матча по футболу спрашивать, а вы что бы хотели увидеть, футбол или хоккей? Понимаешь? Я бы хотела пупочку посмотреть. Понимаю. Для этого нужно, чтобы 100 человек еще подписалось. 103. Примерно, да. А нет, уже 98. Респект. Круто. О, боже мой, все. Пока на этом, друзья, пауза небольшая у нас. Детальная. Может, могу подалека поставить его? Пока пауза. А он пел у тебя? Нет. Но его слова просто песни, честно говоря. Понятно. Короче, друзья, вот понимаете, как много внимания моим замечательным патронам, которых я еще и вижу в чате иногда. Господи, какие же вы прекрасные. Да, понимаешь? И вот в процессе патроны откликаются, и получается очень интересный разговор. Так, сегодня какое вообще число? 12 ноября. У нас есть несколько донатиков, предлагаю на них ответить. Давай. И, друзья, да, напомню, ссылка на Digital Duck есть в описании к стриму. Мария пишет: «Привет, Нино и Майкл, соскучилась по вам. 2 недели смен в отеле позади». О, это Мария из Тбилиси. «Наслаждаюсь привычным графиком. В Тбилиси еще много туристов, и это радует. Хотела бы посоветовать сериал с вайбами офиса Parks and Recreation. Милота, смотрели? По скриптум, Нино. Стрим огонь, бубочка в корзиночке. Восторг». Так вот, мы бубочку в корзиночке вам покажем, если доберем шантаж количество подписчиков. Ну а что шантаж? Это, понимаешь, это весело. Как минимум, это весело. Всем круто участвовать в каком-то соревновании, в какой-то игре. Еще и приз в конце прекрасный. Я не вижу в этом никаких проблем. про Parks and Recreation, что в российском переводе вышло под названием «Парки зоны отдыха», и я смотрела, мне категорически не понравилось, ровно из-за того, что у меня было ощущение зловещей долины после офиса. Но там нет ни одного протеза. Я видела сериал, который пытается быть офисом, но у него не получается, и меня это так раздражало. Там были так хорошие офис герои. Тоже пытается быть офисом британским. Ну, там другая все-таки была линия юмора. Другая стилистика. Помнишь, чем отличается американский офис от британского? Ну, только со второго сезона. Да, первый сезон американского офиса пытались снимать по британским лекалам и поняли, что это вообще не заходит американскому зрителю, и они поменяли все вплоть до цветокора в сериале, чтобы цвета были более привычные для любителей американского киноконтента. Американской жвачки. Вот Нино одна из них. Так вот, да-да-да. «Парки зоны отдыха» мне не понравились. Там были хорошие герои. Рон Свонсон просто любовь бесконечная. Главный герой меня раздражала просто ужасно. И парень ее раздражал, и Эйприл даже раздражала. Хотя она, по-моему... А, там знаешь кто? Там есть пересечение по офису. Девушка, которая играла Карен Филиппелли в офисе, играла в Parks and Recreation. Но мне, короче, не нравилось. Не понравилось, и я забросила и выдохнула, когда перестала себя насиловать этим сериалом. Простите, пожалуйста, Мария, если вы его любите. И я ни в коем случае не хочу обесценить. Знаю людей, которым нравятся парки и зоны отдыха, но мне вообще не зашло. Может быть, смотрела... Не в то время, не в том месте, но как было, так и было. Ты смотрел «Парки зоны отдыха»? Я начинал, мне что-то тоже не пошло. «Бескрайняя плоть» пишет. Я как-то не заметил момент, когда Майкл начал обращаться в роликах к сторонней аудитории. Они убийцы, российские войска, конченые преступники. Сразу хочется оправдаться, мол, я так и считал, Майкл, честное слово. Это интонация для вещания через перезаливы на других каналах по скриптуму. Вообще без претензий. Да, видите, в чем проблема? Ну, типа, да не то, что тебе проблема. Вы, ну, почему-то думаете, что у меня какая-то специальная интонация, специальное обращение, что я это как-то прописываю все заранее. Это не так. Ну, как бы, нет. У меня есть у роликов конкретные точки приложения, скажем так, да, то есть вот ролик про то, как защититься от призыва, он, понятно, на какую аудиторию рассчитан, хотя с ним смешно получилось. На моем канале этот ролик, он чисто для россиян, для того, чтобы избежать призыва на срочную службу. На моем канале он набрал 400 тысяч, а в перезаливе униановском он набрал 950 тысяч. Что довольно странно, потому что чисто там я весь ролик рассказываю, что с российским призывом срочным, как его избежать, даю ссылки на организации, которые этим занимаются и прочее. Вот, поэтому нет, у меня нет образа, у меня нет там продуманных слов, которые я скажу, я не пишу себе сценарий, суфлер я использую только для того, чтобы зачитывать статьи определенные, говорю об этом отдельно, поэтому это все эмоции в моменте, анализ в моменте, ну то есть у меня есть тезисный план, да, когда я ролик готовлю, но что именно я буду говорить и в какой форме и прочее я никак не планирую, поэтому вот была такая эмоция, которая была вызвана чем-то, возможно, какими-то новостями или еще чем-то, что в ролике обсуждалось. Вот. Поэтому нет, у меня нет, я вообще никаким образом не нацеливаюсь на каналы с перезаливами. Собственно, 3 канала украинские, я ничего с этого не имею, никаких финансов, от меня ничего не просят, я ни от кого ничего не прошу, то есть это существует автономно совершенно и никаким образом на меня не влияет. Как-то так. Что сейчас происходит? В смысле? А это, господи, это что-то старое. У меня... Чат отмотался, я не очень поняла, в чем прикол. Прости. Продолжаем. Вопрос от ОВ. Здравствуйте, Нино и Майкл. Майкл в своих роликах называет профессора Соловья безвредным. Да. И вот то, что господин профессор говорит, что Патрушев уже начал переговоры об обмене Украины на Ближний Восток, это вредно? Да нет. Слушайте, ну... А на что это влияет? Ни на что. Ну, как бы абсолютно... Ну, это вещь в себе, дорогие друзья, тут надо понимать. Это просто такие фанфики, такое развлечение, для кого-то какая-то надежда, еще что-то. Вот. У меня больше вопросов к серьезным изданиям, которые рассказывают, что есть какой-то конфликт Зеленского и Залужного, не поясняя, почему они сделали этот вывод, которые выпускают видеоколонки о том, какие там конфликты. У меня проблемы с NBC, которые в своей публикации одновременно говорят, что Украину хотят принуждать к переговорам, и в этой же публикации со ссылкой на источники говорят, что Россия не готова ни к каким переговорам. Вот к этим людям, которые представляются журналистами, делают вид, что у них есть компетенции, делают вид, что у них есть источники, делают вид, что у них есть анализы. У меня есть вопросы, потому что на их информацию обращают внимание как на информацию. А к фанфикам Валерия Дмитриевича Соловья и Генерала СВР у меня вообще нет вопросов. Это вещь в себе, это как, ну, мультфильм, фильм, художественное произведение. Они никому не лезут. Они говорят, хотите послушать, почитать вот эту вот нашу вселенную, да, вот как есть «Властелин колец», извините, «Властелин колец», есть там, не знаю, «Назад в будущее», лор этого фильма, есть «Киберпанк», а есть вселенная Генерала СВР. Там есть персонажи, они умирают, они воскрешаются, они лежат в холодильнике, там они с кем-то переговариваются. Это абсолютно отдельное художественное произведение. Поэтому я считаю его абсолютно безвредным. Вот, ну, разве что за исключением тех людей, которые там искренне, основываясь на этом, готовы делать какие-то конкретные действия, но я пока ни разу не видел, чтобы такого было, чтобы такое реально существовало. Вот, поэтому нет, у меня нет проблем с Валерием Дмитриевичем, я желаю ему его удачи на его поприще, то есть, как бы, это хороший, классный автор, который генерирует интересные сюжеты. Я с удовольствием послушал Валерия Дмитриевича в утреннем эфире у Нино и Саши Плющева. Было несколько поразительно смешных моментов. Какие? Ну, слушай... Значит, как он рассказывал, что через 2 месяца точно будут подтверждения, я бы у него спросил: Валерий Дмитриевич, скажите, а жопу ставите? Ну, или что-нибудь такое, типа, или как они будут выглядеть. Ну, у него куча было таких прикольных всяких мелких нюансов, там, его смех вот этот фирменный и прочее. Ну, то есть, ты кайфуешь, когда это смотришь, ты заряжаешься. Ну, то есть, ты такой, блин, это я посмотрел классное произведение, поэтому у меня к Валерию Дмитриевичу вообще никаких вопросов. Удачи ему желаю на его поприще. Единственное, что я бы... Мы, короче, в чате с патронами год уже обсуждаем, в Москве он или нет. И в какой-то момент, типа месяцев 6 или 7 назад, мы обсуждали, как это проверить. И мы обсуждали, насколько вот его квартира, как бы, может быть, ну, на зеленке сделана. И мы что-то присматривались, там смотрели за движением объектов, за объемом этих объектов. Как-то пришли к выводу, что это не может быть зеленка. Сейчас снова эта тема обсуждается, и было бы здорово, если бы в каком-нибудь эфире кто-нибудь, какие-нибудь журналисты попросили бы Валерия Дмитриевича потрогать что-нибудь на заднем фоне, для того, чтобы мы убедились, что он в Москве. Вот, поэтому, если нас смотрят какие-то люди из медиа, то запрос есть. Из этого родится отдельный мем, вам тоже хорошо, и Валерий Дмитриевич, я думаю, с удовольствием это все поддержит. Вот, поэтому нет, он меня не напрягает. Тебя напрягает? Ты считаешь это вредно? Нет. Нет, но я говорю, что на мое ощущение, на мое восприятие слов Валерия Дмитриевича очень сильно повлиял политолог Григорий Голосов. Я уже цитировала этот пост несколько раз в самых разных стримах, но если коротко, то Григорий Голосов, как и Владимир Гельман, это самые цитируемые, самые уважаемые в научном сообществе российские политологи. И, в частности, Григорий Голосов написал, что то, чем занимается профессор по медиаманипулированию Валерий Дмитриевич Соловей, абсолютно точно на 100% вписывается в определение информационной войны, где используются такие приемы, как смерть, двойники, там, перевороты и все, что может вызвать какую-то нестабильность в такой плотной и спаянной системе, как путинская Россия. И в частности, вот все, что выводит их из состояния равновесия и спокойствия, все на пользу, все в общую копилку, все в плюс. В том числе все эти рассказы про смерть и про двойников. Мне кажется, что если смотреть на это с точки зрения реальной информационной войны, просто, ну, мы не привыкли к такому ее проявлению. Мы привыкли, что информационная война — это одна статья против другой статьи, это один журналист против другого журналиста. Когда ты оказываешься внутри целой информационной кампании, которая, очевидно, с элементами какого-то карнавала, то сложно привыкнуть, потому что мы просто этого раньше не видели, не наблюдали. Если воспринимать это исключительно как вот действительно историю про медиаманипулирование, историю про какой-то заговор, в который тебя включают без твоего понятия, без твоего представления о том, что ты оказался в эту систему включен, то все начинает восприниматься совсем иначе. Ну, то есть и в таком смысле с таким акцентом Валерий Дмитриевич превращается не в пройдоху и жулика и мошенника, а типа в человека, который знает, что он делает. Почему сразу пройдоху? Иллюзионист. Мне кажется, это более фокусник. Да. Слушай, профессор с эффектом зловещей долины. Да хватит везде пихать зловещую долину. Это конкретная вещь. Хватит пихать по поводу и без. Короче, не согласен я с Григорием Голосовым. Точнее, я его не слышал. Я давай не знаю, я тебе прям... Да не надо, не надо, не надо, ничего находить не надо. Ты уже пересказал, ты зачитаешь ровно то, что пересказал. Это я тебе его покажу, я не буду это зачитывать. Я тебе верю, Сэч. В общем, я не знаком с непосредственным заявлением, но с интерпретацией Нино, вот как уж что она говорит, я не согласен по нескольким причинам. Во-первых, потому что если это информационная война, то непонятно, с кем Валерий Дмитриевич воюет. С Владимиром Путиным. Вот мне это не очевидно, потому что если человек внутри России воюет с Владимиром Путиным и заставляет пресс-секретаря президента по 2 раза в неделю говорить, что Путин жив и у него нет двойников, то есть если он представляет реальную информационную угрозу, то такие проблемы российская власть довольно давно научилась решать. На интервью с Сашей с Нино он сказал, что ну, у меня есть могущественный покровитель, а мне это не представляется возможным и реалистичным. Вот, это раз. Второе. Украинская, например, сторона утверждает обратное и говорит, что это наоборот. Война за Путина, они обосновывают это следующим. Эти вбросы нужны для того, чтобы дискредитировать возможность информации о реальном ухудшении здоровья Путина и его будущей смерти. Ну, как прививка. Что типа ты потихонечку вкидываешь очевидно бредовые штуки, чтобы в момент, когда реально Путин умрет, людям было сложно в это поверить, потому что они такие, ой, видели мы все вашего Путина в холодильнике, уже и Патрушев правил России, уже и двойник был, идите в жопу со своими версиями. Мне кажется, что украинская сторона тоже не права. То есть я не думаю, что это спецоперация ФСБ, как они это называют. Но я поэтому и говорю, что у меня проблемы с тем, информационная война на чьей стороне. Моя гипотеза про то, что, скажем так, это просто перформанс, направленный на извлечение, так сказать, личной выгоды, в чем нет ничего плохого, она кажется более простой и более подходящей и не имеет каких-то, на мой взгляд, таких серьезных уязвимостей. Ну, насколько мне известно, в Узбекистане не было профессора Соловья, а никому не помешало это катать мертвого Ислама Каримова 2 недели в каком-то поезде и делать вид, что он то умер, то не умер, и точно такая же была ситуация, когда вроде живо, а вроде мертв. Да, но, как и не помешало, месяц в холодильнике держать Жириновского. Однако 2 недели и месяц – это не те временные рамки, на которые может рассчитывать российская власть в случае реальной смерти Владимира Путина. Вот. И в этом контексте, собственно, такая прививка для общества, которая поможет перестроить, собственно, восприятие общественное на полное отрицание самой возможности смерти Путина, это вполне может быть вариантом. Еще раз, я не думаю, что это так. Я просто говорю, что с точки зрения информационной войны тут можно под разными углами смотреть. И каких-то очевидных профитов или негативных сторон для российской власти я в этом всем не вижу. Вот. Но если кто-то считает, что это... что один в поле воин, точнее 2, Валерий Дмитриевич и генерал СВР, и что они, так сказать, наваливают информационно Кремлю... а я верю. Ну, понимаю. Евгений Леджиев, Евгений Леджиев, Евгений, к вам сейчас тоже скоро придем. Сама впишет. Привет, Нино и Майкл. Майкл, расскажи, пожалуйста, что у тебя с кистью случилось? Это из-за работы за клавиатурой. Как называется синдром Леверталя? Спасибо. Слава Украине. Героям слава. Нет, как ни странно, это не связано с компом, это связано со спортом как раз. То есть я перегрузил руку, и у меня случился синдром Лекервена, он называется, или что-то такое. В простонародье болезнь матерей. Потому что, значит, когда женщина держит младенца... Декервен. Декервена, да. Когда держит женщина младенца, голову ему подпирают, большая нагрузка идет на большой палец, и периодически у части из них вот она появляется. То есть это воспаление не здесь, вот при туннельном синдроме это забивается вот здесь канал. А при вот этом забивается вот здесь канал, который к большому пальцу идет. Вот, есть очень простой тест на его определение, поэтому его безошибочно довольно можно определить. Вот, то есть это связано с перегрузкой, перенагрузкой руки, поэтому спорт лишь ухудшает здоровье, как показывает практика. Называется Декервен. Если вдруг для вас это актуально, но надеюсь, что не актуально. Декервен – это, соответственно, врач, который его разработал. В смысле, узнал. зафиксировал. Евгений Леджиев. Нино, Майкл, добрый день. Последняя ЧС с Быковым. Отличные сводки, прекрасно смотрю всегда. Всем рекомендую при случае. Спасибо. Спасибо вам, дорогой Евгений, очень приятно. Спасибо большое. Благодаря вам, Саше Плющеву и другим классным медиа чувствую, что намного лучше в контексте, чем многие. Майкл, не сводки остаются? Как опыт? И как там мы с Бубочкой? Бубочку мы забираем. Ну, не говори, когда уже даже. Как заберем, увидите. Хорошо. Ну, все знают, что это конец ноября. Ну, все знают, да. А как там твои несводки? Как тебе опыт? Ну, вот этот, наверное, да? Такой более серьезный. А, нет, покажи предыдущий. Еще. Вот это, кстати, еще. Какой-то злой, нет? А чё? Чему быть доброму? Ну, скажи мне. С чего вдруг? Ну, как хочешь. Ну, давай последний, не знаю. А, как там несводки? Секунду. Тогда я продолжу. Как там несводки? Несводки нормально. Тяжело, конечно, в ежедневном режиме их делать. Ну, в смысле, когда нет Руслана. Тяжеловато. Из плюсов я больше понимаю, что происходит, потому что мне уже там... Я не в пересказе Руслана слушаю, а сам смотрю на карты, сам смотрю на выкладки различных аналитиков, сам смотрю на... значит, данные объективного контроля. То есть я в ежедневном режиме довольно детально понимаю, что происходит на фронте и за его пределами, поэтому для меня довольно мало сюрпризов. В целом для всех, кто смотрел и не сводки, и сводки, эссе Залужного откровением не стало, потому что все примерно понимали, как что выглядит. Это, знаете, меня как бесит. Короче, тоже расскажу про такое странную психологическую особенность. Вот скажешь, у тебя бывает такое или нет, и люди тоже скажут. Складывается постоянное ощущение, что та информация, которой владеешь ты, ей владеют и все остальные люди. И ты как бы исходишь из того, что вы все на одних позициях. Я бы сказала, что это контекст. Да. Есть, ну, такое, есть предубеждение, заблуждение, я бы даже сказал, что все с тобой в одном контексте. И то есть, когда ты говоришь уже другие вещи, ты исходишь из того, что вы уже на этом контексте, а дальше ты добавляешь к нему. Реальность не такая. Я вот как раз сильно с этим столкнулся, когда было эссе Залужного. То есть то, что мы уже 3 месяца обсуждали на канале, и в сводках с Русланом, и вне сводках, потому что, ну, мы видим линию фронта, мы видим, что там происходит, мы каждый день за этим наблюдаем, мы знакомимся с этих зрителей. И мы уже исходим из того, что это все понимают. Ну, то есть, что мы все в одной точке. И тут, значит, выходит эссе Залужного, все такие: «Батюшки! Так осенью Крым не возьмет, наверное, Украина, не освободит, наверное, Крым. Как же так?» И ты понимаешь, что люди в контексте типа 5-6-месячной давности. И ты такой... И тебе это раздражает. Ну, то есть, потому что ты как бы приложил много усилий для того, чтобы все были в одном контексте. Ладно, просто люди, зрители, там все. А когда выходят политики, у которых есть разведданные, когда выходят те, кто по долгу службы обязан был следить за тем, что происходит, и начинают нести пургу. И ты такой: какого хуя? Ну, правда, невыносимо. Вот. Короче, ну, у меня давно эта проблема с контекстом. У тебя как? Есть такое ощущение периодически? Конечно, но в вопросах, в которых я сильно лучше разбираюсь, чем условно в войне. А это же сложно. Вот еще одна проблема. Я не понимаю, в каких вопросах я хорошо разбираюсь. То есть я практически по всем темам считаю, что у меня плюс-минус такой же запас там знаний и компетенций, как у всех остальных людей. Вот. И каждый раз для меня становится мини-откровением, что у людей другой запас знаний. И каждый раз мне к этому отдельно приходится. О, люди активно подписываются. Дорогие друзья, всего 600 человек осталось. Или сколько мы там хотели набрать? Ну, я хотела до 93 500. А, 500. Ну, совсем мало осталось. 80 подписчиков надо, дорогие друзья, подписчики. Чтобы мы посмотрели на бубочку в корзиночке. Да. Или, например, у меня прям проблема, ну, где, возможно, я идиот. То есть, возможно, я идиот. У меня так бывает часто, когда я не вижу того, что многие люди наблюдают. Например, я вижу много обсуждений в русскоязычных медиа и в некоторых англоязычных, что есть конфликт Залужного с Зеленским. Вообще, про конфликт Залужного с Зеленским я читаю с середины прошлого года в Z-пабликах. У них эта тема постоянно. Даже когда Залужный был мертв, по их мнению, там все равно был конфликт Залужного с Зеленским. Каждые 2-3 дня какой-нибудь Z-паблик пишет: конфликт, Залужного завтра убьют. Общая канва у них, значит, такая, что Залужный – это план Б Соединенных Штатов и Великобритании. Там меняется обычно, иногда это там сионистский заговор, иногда Великобритания, иногда США. Вот Залужный – это план Б, Зеленский это понимает, поэтому он хочет убрать Залужного и прочее, прочее. Проблема в чем? Проблема в том, что я это читаю натурально 1,5 года. Ну, то есть раз в несколько дней они пишут одно и то же. И я такой, окей, это информационная пропаганда, она так работает, нет проблем. В смысле, проблемы есть, но как их решить? Но когда к этому добавляются какие-то посторонние акторы, да, в том числе западные медиа, я немножко удивлен. И я посмотрел несколько материалов на эту тему, подумав, что, ну, либо источники у кого-то есть надежные, да, либо там проанализировали некоторые там перестановки или что-то, и нарисовалась картинка. Каково было мое удивление, когда я увидел, что в большинстве материалов конфликт между Залужным и Зеленским, точнее суждение наличия этого конфликта, основывается на том, что Залужный написал эссе, в котором написано, что надо Украине для того, чтобы победить, и выступил Зеленский и сказал, что нужно Украине для того, чтобы победить. И вот в этой точке либо я дурак, либо лыжи не едут, потому что детально изучив эссе Залужного, даже переведя его на русский и озвучив для канала отдельно, и детально изучив речь Зеленского, я вообще не увидел в них никакого антагонизма по отношению друг к другу. Они говорят абсолютно одно и то же, просят абсолютно одного и того же, и оба говорят о том, что нужно сделать для победы Украины. Ну, поживем увидим, конечно. То есть я надеюсь, что... если в ближайший месяц, 2, 3, 5, не знаю, не будет никакой там отставки Залужного или убийства Зеленского Залужным или еще что-то, то как-то те люди, которые говорили о конфликте Залужного, я про нормальных людей, не про Z-каналы, а про нормальных людей, они как-то, ну, либо сберут свои слова назад, либо начнут более внимательно относиться к информации, либо я буду вынужден признать, что да, что это я дурак, и как бы это просто я не замечаю реальность. Вот, несмотря на то, что я реально взял все публикации и посмотрел все аргументы, которые там есть. Там даже нет такого, что наши источники сказали, что... Нет там такого. Они просто это берут как аксиому. Конфликт есть. Почему? Кто сказал? С чего? Я вообще не понимаю. Но это я просто вам показываю, какие вот проблемы есть с моим восприятием общего анализа и общим анализом моего восприятия. Вопрос в чем был? Про несводки, да. Последнее, что скажу про несводки. Ну, мне нужно... Я пытаюсь нащупать баланс между картами и между их отсутствием. Потому что, с одной стороны, мне хочется, чтобы... Что вообще такое сводки и несводки? Это не продукт с конкретной целью. Точнее, есть конкретная цель, но она не связана напрямую с целями, которые я перед собой ставлю на своем канале. Сводки и несводки. Это информационный продукт, который выполняет следующую роль. Любой человек, абсолютно любой человек, владеющий русским языком, имея запрос на то, чтобы в моменте времени узнать, что прямо сейчас происходит на войне, мог зайти на канал, открыть сводку или не сводку и увидеть действительно объективную информацию о происходящем. И с этой точки зрения я пытаюсь нащупать баланс между количеством карт, количеством чужой аналитики, количеством своей аналитики. Я пока продолжаю вот как бы искать. Но если мы говорим про результаты, про то, как принимают аудиторию, ну типа я могу вам только низкий поклон, то есть я удивлен. Я думал, что будет гораздо-гораздо хуже, потому что я все-таки не военный аналитик, не военный эксперт. Вот, но вы довольно тепло принимаете этот формат. Спасибо вам большое. Ну, те из вас, кто принимают. Это все равно круто. Здорово, что у тебя получилось сделать что-то свое. Хотя, мне кажется, это очень сложная история. Я и до этого много делал чего своего. Я имею в виду в формате сводок. А, ну да. Не сводок. Не сводок. Евгений Леджиев продолжает. Ой, увидел в чате сообщение Дживса Вустера, хотел тоже добавить. The Stream с Сашей был прекрасным и интереснейшим. И спасибо Майклу за тогдашнюю активность в чате. Насчет киберрук и кибернук за душню есть юридический вопрос, что их владельцы получат дискриминационные преимущества, так что не скоро. Много есть юридических вопросов. С автопилотами тоже есть юридические вопросы. Более того, когда запускали двигатель внутреннего сгорания, тоже были юридические вопросы, тоже были протесты. Когда была вообще автоматизация труда, были гигантские протесты, потому что люди лишались работы, и тоже нужна была правовая база. правовая база подстраивается под меняющуюся реальность. Так всегда происходит. Поэтому все это будет обсуждено, и более того, решения будут разные. Да, вот мы видим, например, из свежих примеров, это как во Франции Uber запретили. Почему? Потому что таксисты покрышки начали сжечь. Да, то есть правовая база – это не просто там, оценка объективной реальности, а это следствие запроса, который есть у общества, или хождение на поводу у опасающихся происходящего частей этого общества. А я скажу большое спасибо Евгению за добрые слова о стриме. И... Стрим был потрясающий. Я посмотрел 2 часа, отлично, активно участвовал в чате. Вот, предлагал Борису Надеждину перестать обманывать людей. Да, кстати, я вот сегодня в чате патронов... Потому что он одежден, на самом деле. Наташин. Наташин, да, простите. Да. Он не Надеждин, а Наташин. Я сегодня как раз в чате патронов сформулировала наконец-то. Вот понимаешь, когда даже иногда кажется, что ты все проехал, да, и перестал о чем-то думать, на самом деле ты все равно об этом думаешь, в какой-то момент приходит озарение, и я поняла, почему конкретно Борис Надеждин вызвал у меня такую антипатию, такой негатив. И сегодня утром я буквально проснулась с этой мыслью. Так. Борис Надеждин меня настолько дико выбесил тем, что... Не только тем, что он пришел обманывать и врать и вешать лапшу на уши, но и тем, что я очень не хочу, чтобы к нему прилипла та же маска, которая в какой-то момент прилипла к Собчак в 2018 году. Я не хочу, чтобы он ассоциировался с теми, чью антивоенную позицию он себе пытается присвоить, одолжить, погонять до марта. И очень не хочу, когда пройдут выборы в России, ну, как бы если мы исходим из сегодняшней точки, то они, скорее всего, в России состоятся, я очень не хочу, чтобы у власти или у Владимира Путина был хотя бы даже повод ткнуть в Бориса Надеждина и сказать: «Вы — это он. Вы — это вот он и его 0,5%». Вот этого я не хочу категорически. И... Почему? Потому что... Пусть он играет свою партию. История с тем, что... Ну, как Саша это сравнил. Ты, когда едешь на автобусе, тебе совсем не важно, что думает автобус. Вот Борис Надеждин в нынешней концепции российской политики, где выборы — это процедура техническая для всех участвующих, Борис Надеждин, может быть, кто угодно, может быть, Геннадий Зюганов, может быть, там, не знаю, Григорий Явлинский, если вдруг он сделает этот последний рывок и все-таки впишет себя в бюллетень. Мне совершенно не важно, кто там будет, но я понимаю, что нет ни одного человека, который истинно бы и искренне бы выражал бы антивоенную позицию и стоял бы условно на той позиции, на которой стоят все более-менее адекватные люди. Вот. Сформулировалось, наконец-то. Может быть, я слишком серьезно отношусь к этому вопросу, но... Если вам будет интересно, напишите, я сформулирую вам свое мнение по этому поводу. И, кстати, у Дживса Вустера на канале есть вырезки из пятничного стрима с Сашей. Спасибо ему большое за это. Вика Днепр пишет: «Привет, любимое семейство, только подключилась. Буду с удовольствием переслушивать запись». У вас столько всего ждет, Вика, столько всего. Точнее, тебя. Мы с Викой пришли на «ты». Все время забываю об этом. «Вчера пыталась слушать Падре Алехандро, но с Латыниной стрим превратился в пытку. Может, я одна такая, но ее манера перебивать, растягивать и переливать из пустого в порожнее бесит. Бедный Саша. Обнимаю». Вот Саша вернулся к истокам. Раньше, как там, растягивал, переливал из пустого в порожнее и все такое я. И вот как бы возвращение к корням. Только вместо меня Юлия Леонидовна. Я слушала весь стрим целиком. Он был, конечно, очень разный. Там первые 2 часа была Юлия Латынина, а следующие 4 была Евгения Альбац. И, конечно, мне кажется, что Юлия Леонидовна в соло-формате и в формате дуэта с кем-то — это как бы 2 разных выступающих, 2 разных человека. Конечно, мне немножко не хватило Саши в этой части, где была Юлия Леонидовна, но и то было интересно слушать. Наконец-то можно было открыто ее спросить про глобальное потепление, про Трампа, про леваков. У нее, кстати, будет отдельный стрим про леваков, если вдруг тебе это интересно. Был с Фигином, по-моему. Я просто не понимаю, зачем эти вопросы задавать, потому что ее ответы давно известны. Нет? Ну, мне, по крайней мере. То есть я уже года 2 не слушал Юлию Леонидовну, но я без труда вообще воспроизведу вам ее тезис по левакам, глобальному потеплению и опиумной войне. себе. Илья Жаров пишет в чате. Надеждин не против войны, он против неудачной войны, аннексию Крыма он одобрял. Ну вот то, как он одобрял аннексию Крыма, мы слушали на пятничном стриме с Сашей 2 недели назад. Если другому это интересно, можете посмотреть. На этом вопросы из Digital Duck закончились. Суперчат. Я больше всего люблю суперчат. Нино его презирает. Суперчат. Скорее закидывать, чтобы Нино поняла ценность суперчата, и мы его приоритизировали. Прекрати. А, кстати, смотри, сколько всего. Офигеть. Сергей Боровицкий прислал нам грушу и 15 шекелей. Груша танцует с гантельками или упражняется с гантельками. Keep it up! Keep it up. Наталья Литвинюк. Зачем берут интервью у В. Соловья? Всякие Грэма, Латынины. Им это зачем? Они в связке с этим проектом ФСБ? Без их разрешения он бы уже сидел. Ну, как раз вот мы говорили... Ради просмотров. Что... Очень просто все. Мы говорили уже, да, про Соловья, но, в общем, я согласна, да. Есть такие универсальные спикеры, которых хорошо смотрят. Учитывая, что YouTube постоянно подстегивает это ощущение внутренней конкуренции, вот ты прямо по итогу эфира видишь, сколько вас посмотрело с этим человеком, сколько вас посмотрело с тем Лидер человеком. По просмотрам на канале Нино Росебашвили, хотя, на удивление, к моему, сразу за этим лидером идет Лышак. Чего я не ожидал, и ты не ожидал, и мне, конечно, никто не ожидал. Но я очень рада, что я так тоже получилось. Рад. Да. Я его еще не посмотрел, я посмотрел стрим с Анином, точнее интервью с Анином, очень хорошее, на мой взгляд, типа я с удовольствием прям прослушал. С Лышаком тоже надо. Да. Мне кажется, с Лышаком очень удачная фраза была вынесена на обложку, очень хорошая. Типа, ну, короче, что касается обложек на Ютубе, вообще всего этого, обложка — это 80% успеха любого видео. Нравится вам это, не нравится, вообще не важно. И есть проблема, что у многих людей неправильное представление о привлекательной фразе. Многие, пренебрежительно говоря о кликбейте, говорят про, типа, просто пишут фразы, типа, сдох Путин и все такое. Это не работает. Вообще, кликбейт надо научиться хорошо делать. И если ты не умеешь хорошо делать кликбейт, даже не суйся. Поэтому я никогда не сунусь в кликбейт, и Нино никогда не сунется в кликбейт. Это целое искусство. Причем искусство невероятное. А сделать хорошую фразу, которая не будет общей, который не будет там уже приевшийся, всегда сложный. Я думаю, что Нино очень хорошую выбрала, которую многие испытывают и которая многим откликнулась. Про то, что из этого всего уже не выбраться. Вот. И это часть успеха этого интервью, ну и само интервью, безусловно. Так что две составляющих у любого YouTube-видео. Первое, чтобы кликнули, а второе, чтобы не выключили. И, собственно, большие просмотры – это результат совпадения этих двух вещей. Вот поэтому я с удовольствием посмотрю. Да. Еще раз снимаю шляпу перед Андреем. Алена Кацман пишет: не чувствовать ветер на коже? Ну, в сраку такое. Во-первых, ну, слушайте, что такое чувство на коже? Это то, как наш мозг интерпретирует поступающую информацию. В целом, все наши, то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы чувствуем, вкус, это все в мозгу происходит. То есть это интерпретируемая мозгом информация. Поэтому гипотетически, насколько я понимаю, можно создать, опять же, в будущем, в другом технологическом укладе, собственно, роборуки и все остальное, которые будут передавать абсолютно те же ощущения, в том числе тактильные. Потому что на самом деле история не в том, чего вы касаетесь или не касаетесь, а какие сигналы получает ваш мозг и как он их обрабатывает. Поэтому можно будет создать похожее устройство, то есть с таким же отдачей, которые будут посылать именно такие сигналы, которые будут создавать в мозгу именно это восприятие. Я понимаю, что нейробиологи меня закидают санными тряпками, но базово механизм работы именно в этом. Вот, поэтому будем чувствовать ветер, нет проблем. Вы видите, проблема в том, что когда я про это говорю, все, вы все представляете современное протезирование, которое оно сейчас. Как вы видите, я не ставлю себе современные протезы, потому что они еще не подходят под тот уровень, с которого, на мой взгляд, должно начаться желание отрезать себе руки и вставлять роботизированные. Вот. Поэтому мы говорим о технологиях, которые будут чуть подальше, о некотором визионерском подходе. Ну, так сказать, визионерство – это важный, хороший навык. Что запирать себя в ловушке современности зачем? Алена Кацман, спасибо вам большое за ваше сообщение, вы меня очень порадовали. Елена Фортье. Прекрасно, Елена нам пишет: «Hello, мои дети так ждали стрим, что проснулись в 4 утра. Сейчас тут 7. Они такие сладкие, господи». И маленький, и большой. Просто чудо. Как вы относитесь к переводу стрелок дважды в год? Когда этот ужас кончится? Я сама 3D-принтер. Скилл? Это женский. Как я отношусь к переводу стрелок? Вообще, я люблю переход на зимнее время. И потому что, ну, правда, привязка... Вообще, это знание, которое открылось мне совсем не сразу, это же во многом делается из-за привязки к световому дню, чтобы человек больше времени провел при естественном освещении. Но там, где мы сейчас живем, не то, чтобы этот световой день означает солнечный день, это скорее чисто по часам какой-то световой день. Перевод на летнее время не люблю. Вообще, мне кажется, что да, действительно удобно, когда часы не бегают туда-сюда, но, опять же, зависит от места, в котором вы живете. А так неудобно, конечно, что разошлись часовые пояса условно с Россией, потому что мы во многом работаем на российскую аудиторию, поэтому мы все эфиры начинаем на час раньше. С другой стороны, на час больше времени свободного вечером. Ну, или не свободного, просто хотя бы на час больше времени вечером. А ты как относишься? Опять же, проблема, возникающая только в контексте тех, кто работает на другой часовой пояс. То есть в целом в современном мире, мне кажется, проблема эта уже не возникает. То есть когда у тебя часы сами переводятся, телефон сам перевелся, комп сам перевелся, ты встал, и типа нет этой проблемы, что «О нет, я пропустил работу, потому что перевели часы». Но если ты работаешь на другой часовой пояс, то да, тут возникают сложности. А нынешний перевод мне скорее в плюс, потому что теперь у меня не накладывается запись сводки с Русланом, когда ему нужно попозже это сделать, на зал. И теперь у нас больше пространства для маневра там. Ух ты. 3000 человек, спасибо большое. С ума сойти. Дорогие друзья. Наконец преодолели. Да, да. Спасибо Виктору Цою. Значит, и кибернетическим рукам. Смотри, и почти 93 60 человек осталось. 60 человек, вы видите бабочку в корзинке. В корзиночке. В корзиночке. Это важно. Понял. Перевод часов. Перевод часов. Вот. В общем, похеру, честно говоря, абсолютно. Прям вообще. Ну, то есть, если будет какое-нибудь вселенское голосование, то ты поддержишь партию. Вариант тех, кто... похеру, да, я отмечу. Понятно. Нет, я никакую партию не поддержу. Мне вообще абсолютно... Ну, понимаете, а если чем... Борис Надеждин будет за перевод часов? Объясню. Мне кажется, многие не понимают очень простой концепции. Вот роборуки. Что в сутках 24 часа. Ага. И вы сами распределяете это время. Абсолютно похую, когда и кто другой что с этим временем делает. Вы сами, это как конструктор, вы сами берете такие, вот 24 часа, 8 закладываю на сон. Это значит, что в это время я завтракаю, а в это время я иду туда-то, а в это туда-то. И мне кажется, отсутствие понимания у людей, что количество часов в сутках не меняется, чего бы вы ни делали, это понимание, отсутствие этого понимания осложняет многим людям жизнь. С момента, как я к этому пониманию пришел и сам стал управлять своим временем, все внешние факторы, связанные с тем, когда темнеет, когда светает, когда еще чего-нибудь, перестали влиять на мою жизнь практически полностью. О, блин. Всем рекомендую, всем рекомендую. Правда, ваша жизнь качественно изменится, как только вы поймете, что вы сами управляете 24 часами. И а как же трудовые ритмы, а как же выработка мелатонина? Вот поэтому ты и должен управлять так, чтобы подстраиваться под циркадные ритмы. И что это скорее о том, что час ночи, ну не знаю, 12 ночи, вот час с 11 до 12 не ценнее, чем час с 6 до 7 утра. Они имеют одинаковую стоимость с точки зрения вашего времяпрепровождения. Единственная разница, что если вы этот час с 11 до 12 ночи будете спать, то в остальные часы, которыми вы управляете, вы будете чувствовать себя лучше. И вот ощущение, что вечерние часы, они более ценные, чем утренние, ломает людям жизнь буквально. Из-за этого вы мало спите, поздно ложитесь, во время, когда у вас, когда у вас качественного сна уже не будет. А самый качественный сон он с 10 до часу ночи примерно. Вот. И вы прям ломаете супер свою жизнь. Не то, чтобы я вам что-то навязываю. Нет, делайте, что хотите, ваша жизнь. Но я просто вот то, к чему я в итоге пришел, объясняю. Я теперь ложусь в 10, встаю в 6, и у меня очень продуктивное, эффективное использование времени. Я успеваю практически все. Алекс Ворон присылает нам собачку Сибаину, которая показывает большой палец вверх, или нет? Или она кричит в граммофон «Good luck», что приятно, да? Да. Желает нам удачи. И вам удачи, дорогой Алекс. В мегафон, да. Да. Спасибо огромное. Граммофон пластинки проверил. Да. Обрывалка присылает нам сообщение в Digital Duck. Нино, мне нравятся твои стримы, но после прекращения совместных стримов Саши и Майкла только этот стрим с Майклом и остался, поэтому голосовал за семейный. Стрим твой с Сашей шикарно получился. Посмотрел на одном дыхании, как раз ночная смена была. Майкл, надеюсь, ты не бросишь стрим. Ну, скажем так, тут у Нино больше влияния на меня, чем у Саши. Поэтому... Как известно, единственная возможность семейного счастья — это полностью быть каблуком, поэтому как бы тут особо без вариантов. Угу. Да? Не, спросите у любого человека в счастливых семейных отношениях, он вам то же самое скажет. Например, Невзоров. А он в семейных счастливых отношениях? Да, он всегда рассказывает, что он каблук. Ну, умный человек, что я могу сказать? Типа... Не, реально, я вообще не знаю других примеров. То есть, так. Типа, я не знаю примеров ни одной успешной семьи, где муж такой: нет, 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 я не буду мыть посуду, мужики так не... Ни одной такой семьи счастливой я не знаю. Ну, то есть, типа, обычно это всегда перед тем, как либо кто-нибудь кого-нибудь замочил, либо перед разводом. Итак, оставшиеся 10 минут, которые на самом деле уже почти истекли, но мы обещали поговорить еще и с чатом. Поэтому... Я ничего никому не обещал. Ну, я обещал. Мы вначале всегда обещаем говорить с чатом. Немножко хотя бы. У тебя помада посветлела к концу стрима. А ты ее съедаешь, или что происходит? Или это органический процесс? Ну, она съедается, да, немножко. Интересно. Читаем из чата, друзья, 10 минут на то, чтобы прислать все, что вы хотели спросить. Ну, если вы в этот момент пришлете платное сообщение, конечно, мы его вперед прочитаем. Конюх Нефедоров. Лошака еще не смотрел, но одобряю. Посмотрите обязательно. Евгений Леджиев. Но, кстати, тогда, получается, можно взломать киберруки и киберноги, послать им свои сигналы. Да, я думаю, что это большая... Это главная проблема. Это главная проблема, которая будет у человечества будущего. Возможность взлома этих систем. Но, с другой стороны, эта проблема уже сейчас связана не с киберруками, чем-то таким, а, например, со взломом автомобилей, терминалов, атомных электростанций. Ну, то есть, прикиньте разницу между тем, вам руку взломают, и, не знаю, сам себя задушите, или там двух человек, или взломают атомную энергостанцию, и просто она взорвется и унесет жизнь огромное количество людей. То есть, естественно, в современном мире и дальше тоже уровень кибернетической защиты, защиты от взлома и всего остального, и важность этого будет только повышаться. Платное сообщение от Дезмонд, который пишет: успел ли ты поиграть в Alan Wake 2? Если да, то как тебе, Дрюзею, понравилась? Подпись Юра из Редди. Я не буду играть в Alan Wake 2. Мне не нравится ни франшиза, ни концепция, ни бродилки сами по себе. Ну, просто я не отрицаю, что игра наверняка пушка-бомба, но как бы у всех свои предпочтения, и как бы... У меня сейчас вообще, я купил VR-шлем, и я теперь играю в игры и одновременно занимаюсь спортом. Это концепция, которая мне очень нравится. Сколько я... Вчера я 1000 калорий сбросил, если верить внутреннему шлемовому подсчету, вот, разрывая людей... Я не буду описывать подробно. Короче, довольно активная была игра. Мне очень понравилась концепция, что можно не просто бегать, а типа в шлеме играть, и при этом ты как бы жжешь калории. Кайф. Лиза Агаянц. Человек — это не только мозг и плачущий смайлик. Я с вами согласна, Лиза. Я нет. Ну, это давний спор. Некоторые говорят про душу еще. Я говорю так. Покажите мне, что есть в человеке помимо мозга. Пока, поскольку я позитивист первой волны, то есть я считаю, что существует только то, что доказано, ни один человек... Ни один ученый, ни одна наука не смогла показать ничего помимо мозга. Единственное, что делает человек человеком, — мозг. Более того, при определенных нарушениях он и перестает быть человеком. Мозг и противостоящие большие пальцы. Вот, поэтому никакой души, ничего такого, божественной энергии или чего-то еще не найдено в человеке. Вот, поэтому ничего кроме мозга не существует. А что такое мозг, что такое личность — совокупность пережитого опыта. Поэтому люди с амнезией — это не те люди, которыми они были до амнезии. Это совершенно другие люди, просто потому что у них нет совокупности пережитого опыта, который и формировал ту личность, которая была. Это мое позитивистское представление о человеке, когда или если, скорее если, кто-то найдет что-то еще в человеке, помимо мозга, тогда сможем обсудить. Истец мудро пишет: увидев вас, сразу подписался на канал и все передачи. Большое спасибо. Правильный поступок. Делайте так. Не зря вас называют мудрым. Вадим Кам пишет: даже более прикольно, что можно будет чувствовать ветер на коже по желанию. Ну, не знаю, это ваши какие-то приколы. Так и сейчас вы чувствуете по желанию. Типа, если вы хотите почувствовать, вы задираете рукав. Если не хотите почувствовать, вы... Одежда в каком-то смысле. Господи. Особенно, если мы говорим про специальную одежду. Есть одежда с подогревом, есть гидрокостюмы. В каком-то смысле это тоже искусственный предмет для того, чтобы менять воздействие окружающей среды на нас. То есть он не только эстетический. Но это другой разговор. Вот, поэтому мы в целом, как люди, мы уже признали, что нам вот эта вот вся натуралистичность наша, природность наша нахрен не нужна. Вот, мы носим одежду, мы носим часы, мы живем в квартирах и прочее, прочее. То есть мы уже максимально отдаляемся от своего естественного природного состояния и правильно делаем. Поэтому роботизированные руки, замена органов – это все лишь следующий шаг. Многие, кстати, уже ходят со специальными приспособлениями в сердце, пока не ставятся не... заранее, а после того, как человек, например, пережил сердечный приступ. Да. И не только они есть. Есть разные вообще наличия. Есть титановые штифты на руку, на спину и на прочее. То есть среди нас... потом достают. Всегда? Или есть те, которые всегда носят до конца жизни? Если кость не срастается. Я не знаю до конца. Пластину ставят на перелом, чтобы кость срослась. Окей, то есть нет таких пластин, которые ставят типа тебе до конца жизни, если у тебя там позвоночник раздробили. Я не знаю, что делать, если кость не срастается, но я знаю, что титановые пластины ставят, чтобы в какой-то момент их достать. Ну, идея, я думаю, понятна. Есть какое-то количество приспособлений, которые используют уже внутри человека для того, чтобы наладить там процессы. Клапаны для сердца и прочее, прочее, прочее. То есть это уже существует, это уже среди нас. Поэтому я думаю, что дальше... И, опять же, никого это не пугает. Ну, то есть кого-то пугает, наверное, но не меня. Тебя пугает, потому что у человека клапан в сердце, распечатанный иногда. Но мне кажется, что огромная разница между клапаном в сердце и киберруками, которые заменят тебе способ коммуникации и восприятия мира. Почему они заменят? Ну, потому заменят, ну, в смысле, то, что ты выходишь на улицу и чувствуешь ветерок на коже, это сигнал, который считывается твоим мозгом. Что так вот так и есть сейчас. На улице дует ветер, да. И ты можешь своим мозгом сделать какие-то выводы, что тебе делать, исходя из ситуации. Все так и останется. Оказалась. Так все и останется кибернетическими руками. Ну, будут посылаться сигналы в мозг, никакой разницы вообще нет. Вот, короче, это уже с нами. И слава богу, что это с нами. Единственное, на что я надеюсь, это на то, что это станет более с нами до нашей смерти. Потому что, естественно, единственный шанс прожить подольше нам – это увеличение возможностей с точки зрения замены. Сердце, почек, печени. 100 советов для тех, кто хочет дожить до 100. Да, предлагаю тебе начать с этого. А я большую часть советов там уже соблюдаю. Вот, так уж получилось. Поэтому, да. Ну, то есть нам нужно будет заменить наши органы. Единственная проблема, вот почему я отказываюсь от колбас и больше всего переживаю за болезнь Альцгеймера. Потому что это самая большая жопа. Ну, поскольку человек – это мозг, если что-то произойдет с вашим мозгом, например, у вас начнется деменция, все, до свидания. Ничего вам не поменяют, ничего вам не заменят, ничего не сделают для того, чтобы вас вылечить, к сожалению. Есть сейчас эксперименты по борьбе с деменцией, но базово самое главное в вашей жизни – это мозг, потому что он делает вас вами, и если с ним что-то произойдет, то можно напечатать себе капилляры, есть такие эксперименты, свиные сердца сейчас начали пересаживать, правда, оба раза не удалось пересадить, чтобы надолго прижилось, но тем не менее в этом направлении движутся. Меняют органы, выращивают органы, пытаются, по крайней мере. То есть практически вот с любой частью вашего тела сейчас – при условии, что у вас есть деньги, да, к сожалению, одно из условий, можно что-то придумать и исправить. С мозгом нет. Поэтому вот если бы у меня спросили совета, что вот, Майкл, надо делать для долгой и счастливой жизни, я бы сказал только одно. Все, что касается мозга, вот все эти советы надо соблюдать. Здоровый сон, отказ от каких-то изделий, которые повышают риск деменции и прочее-прочее. К сожалению... Почему еще были причины не отказываться от курения? Тогда надо все время ходить в шлеме. Не, если тебе бошку проломят, то ты в любом случае умрешь. Ну, то есть, типа, мы не рассматриваем вариант насильственной смерти. Нет, ты можешь получить какое-нибудь сотрясение плохое или... Знаешь, в чем главная проблема травм во время аварий? В чем? Что человека трясет с такой силой, что его мозг буквально как стеклянная роза в бетонной коробке вот так вот представит. А как шлем от этого поможет? Ты делаешь, что никак. Ну, зачем его носить? Я поступил иначе, я просто не выхожу из дома. Вот, мне кажется, это более надежный способ. Но, короче, да, понятно, что, слушайте, ну, я все-таки не чувак, падение, который... удары башкой. Так, вот короче, я не чувак, который живет в бункере, который всех к этому призывает. Я, типа, есть риск, есть уход от риска, я не... В ванной можно поскользнуться. Блять, я однажды в ванной, короче, не поверите. Значит, тогда надо шлем носить, получается. Рассказываю. Случай в ванне. Вот чем меня бесит человеческое тело и почему я хочу все поменять. Случай в ванне. Пристегнутый человек в автомобиле меньше трясется, с меньшей силой, чем... Вот ну, в автомобиле надо пристегиваться вообще, да, это правда. Ну, просто когда вы едете по городу, в Вильнюсе на заднем сидении, тут выше 40-50 км в час не бывает. Но неважно. Короче, случай в ванной. За день до у меня была... Мы тренировали пресс, ну, то есть я с тренером тренировал в зале пресс. И, соответственно, на следующий день он жестко болел, очень жестко болел. Не тренер, пресс. Я ложусь в ванну и, типа, включаю воду и понимаю, что если медленно разгибаться, то, короче, это болезненно. И я такой, а я резко опущусь. Ну, то есть, вот, допустим, там, я не знаю, вот эта спинка ванны, а вот так я сижу. И я такой, пум. Блядь, как у меня заболела и спина, и отдалось в органы, и отдалось в шею, и голова начала болеть. Вот оно, человеческое тело. Я проклял 10 раз себя за это. А это я не с небоскреба прыгнул. Там, ну, типа, было 10 сантиметров, блин. Я просто расслабил спину. Поэтому человеческое тело, на мой взгляд, это супер несовершенный конструкт, и нам нужно как можно скорее от него отказываться. Ужас. Да что ужас-то, господи. Евгений Леджиев, прояви свой мозг, поставь лайк и подпишись на канал. Согласна с Евгением. Ну, куча полезных советов на этом канале, несмотря на скепсис со стороны Нино Росебашвили. Это все, что я вам говорю, вы можете найти этому подтверждение, и если вы будете следовать советам, жизнь ваша... Ну, не в смысле, отрезайте руки и ставьте импланты, потому что пока нет их. Но вот с точки зрения сна, с точки зрения заботы о мозге, это довольно полезный совет. Вика Днепр. Я не в плане интеллекта Латынина, пишет Вика, а по поводу умения вести диалог. Она, видимо, прекрасно пишущий журналист, у нее интересные моностримы, хотя, воспринимая информацию на слух, мне очень много звуковых вздохов паразитов. И манера начать 2-3 фразы и не закончить. И нет, у вас этого нет. Не готов. Латынина действительно человек очень энциклопедических познаний. С некоторыми неточностями. Не готов оценивать качество чужой работы. Я это делаю только когда, на мой взгляд, качество работы напрямую влияет на принесение вреда или пользы в дискурс. Здесь не вижу прямого вреда. Так, проверяем все способы связи. Если что-нибудь новенькое на Патреоне или нет. Вот как раз Вика Днепр пишет, при травмах головы и утере части черепа ставят титановые пластины для защиты мозга. Кстати. Навсегда или на время? Ну, навсегда, я думаю. Ну, видишь, значит, я получается, ставят какие-то навсегда. Нет, так у меня же разъезжался мозг. Так это совсем другое. Другое? Не то, про что Вика пишет. Понял, хорошо, ладно. Вика да, у меня, пишет, если что, разъезжался мозг, его обратно как-то подсобрали. С тех пор я такой. Да. Хорошая была история. Что, все на этом, наверное? Мы как хотели хочешь. Поговорить с чатом, но очень долго можем отвечаем. Чуть поговорить, я сегодня как-то бодр. Давай 5 минут, но быстро. К слову, моей подружке. Да. Антон Куликов пишет, Майкл, как насчет загрузки? Мне кажется, она случится быстрее аугментации. Спасибо за пропаганду трансгуманизма. Я читал довольно убедительное рассуждение на тему того, что она концептуально невозможна. Ну, если под загрузкой подразумевается перенос нашего сознания в интернет или в сеть, насколько как и заморозка, это невозможно. Не с точки зрения уровня технологии, а с точки зрения глобальной концепции. Коротко, если так. В смысле, если коротко, то так. В любом случае, любой научно-технический прогресс неразрывно связан с человеческими взглядами на жизнь, вероисповеданием, креативностью, верой в эзотерику, психическими наклонностями и так далее. Смотря кого. Мне кажется, часть людей, описанных вами, мешает техническому прогрессу. Мистер Blue Sky. Майкл играл в сабнаутику? Не играл. Я не особо индивидуальные... Я знаю, что это такое. Я не особо люблю индивидуальные выживачи без конкретной цели. Ну, в смысле, без... ощутимые цели. Люди делятся историями про импланты. У кого-то импланты в позвоночнике, у кого-то импланты просто вместо зубов. Респект, вы более совершенные люди, чем мы. Просят объяснить морским свинкам про перевод времени. Все, кто типа поддерживает. Видимо, у них свои какие-то ритмы у животных, наверное, не знаю. Типа они как-то по-другому реагируют на перевод часов. А им вообще не похую на перевод часов. И что, они на работу морские свинки опаздывают? Почему на них перевод часов вообще влияет? Типа, что с ними происходит? Они записаны к косметологу. Я не понимаю. Подождите, морские свинки, я правильно понимаю, что это грызуны, которые живут в клетке, едят, спят, бегают на колесе и все. Где в этой схеме время вообще? Как концепт. Катерина Плохонина пишет. Объясните, пожалуйста, очень интересно. Офигительный роман Бориса Акунина под женским псевдонимом Анна Борисова «Времена года». Он как раз о мозге, альцгеймере, истории революции Второй мировой. Рекомендую. Да я художку на эту тему не очень люблю. Ну, в смысле, мне нравится научная фантастика, но как бы я не использую это как знание. Магнус Попус пишет. Надпочечники, щитовидка и другие железы тоже влияют на поведение человека. Правда, регулируются эти железы с мозга, поэтому твое «я», по-моему, одним мозгом не ограничивается. А нет, есть биохимические процессы в организме, которые влияют в том числе на принимаемые решения, до чего там возбуждение, да, оно тоже в определенном смысле влияет на человека, это правда. А морские свинки требуют еду, прости. По временам. Угу. Прям требуют? Да. А каким образом? С плакатами стоят? Какие-то? Они свистят, я думаю. И разводят беспорядок у себя так, дома. Ну, пусть им дадут еду. Да, но они ее требуют по старому времени. Понял. Окей. Какие точные педанты морские свинки. Короче, да. Действительно, всевозможные процессы внутри организма влияют на возможность принятия решений, но это довольно универсальные механизмы. То есть, ну, химия чем хороша, да, что она на всех действует плюс-минус одинаково. Но мозг как раз имеет возможность не поддаваться на это. Например, есть у человека сексуальное возбуждение, но он мозгом принимает решение, что не надо посреди кофейни снимать штаны и пытаться, значит, пристроиться к объекту вожделения сразу. Почему? Потому что мы с вами люди. И потому что мозг отвечает за принятие окончательных решений. Поэтому, на мой взгляд, да, влияние есть много у чего, но сосредоточена личность и сам человек непосредственно в мозге. Но это долгий разговор, который идет уже веками. Я люблю этот разговор поддерживать, но, наверное, в таком заочном формате по чату Ютуба это будет проблематично. Это нерешенный вопрос. Он еще обсуждается, но пока ваша история про то, что есть много вещей, которые влияют на принимаемые нами решения и все остальное, там, с точки зрения не то чтобы биологического детерминизма, но влияние на позывы, которые у нас возникают, да, безусловно, это влияние есть. Но оно, на мой взгляд, довольно универсальное. Нала Лимба, которая подняла вопрос про морских свинок, да, пишет: Бубочка на Гитснаке скоро объяснит Майклу, что время — это не просто абстрактный концепт, а также объясняет, что если не покормить ее морских свинок ровно в 16, они очень зло на нее смотрят. Понял. Но это она Нино будет объяснять, потому что с Бубочкой будет Нино все делать. Да, вот. Привыкли кушать в одно и то же время. Понял. История понятна. Да. И сердито смотрят. Но я смогу выдержать сердитый взгляд, я думаю. А также мы спасли лампу. Ну, мы, в смысле, чат. А что с ней было? Она не накренилась. Блин, короче, я не понимаю, что с ней происходит, с этой лампой. Вот, ну, видите? Я ее задел. А, понял. Но в целом, видишь, на стриме изображение, как будто лампа неровно стоит. Но она ровно стоит. Я знаю это. Я не знаю, из-за чего этот визуальный эффект появляется. Возможно, из-за наклона камеры, из-за того, что она под углом. Ну вот смотри, короче, у тебя две ножки стоят на ковре, а третья ножка стоит на проводе. Разумно. Я не думаю, что это ровная поверхность. Разумно, разумно. Так, ну давай все на этом, я думаю. Как хочешь, это твой стрим. Елена Фарти пишет: а ну-ка объясните это моим отпрыскам, им глубоко похер на часы, настоящее время зимнее, его надо оставить в покое, планировать сон, и вообще день с детьми тоже жопа, сори. Но там детки очень небольшие. Я думаю, как это преодолеть. Четкий график. Ну, постепенно, наверное, переводить. Ну, то есть, типа, ты меняешь, слушай, на 5 минут в день примерно меняешь. Нет, смотри, если это прямо малыш, у которого еще там все по часам, то я понимаю, почему это может быть очень... Нет, тяжело. Смотри, ты, ну, чуть-чуть на 5 минут прям приносишь. Ну, на 5 минут тебе сколько надо будет? Ну, смотри, 60 на 5. Ты кормишь его, например, в 13:00. Да, перевели стрелки, теперь то, что раньше было 13:00, это 12:00. У тебя, подожди, у тебя... То есть, уже в 12 он хочет есть. И ты кормишь его в 12:05, потом в 12:10, потом в 12:15, и сколько потом у тебя? 12:20. Подожди, ты каждый день, да, по 5 минут приводишь, у тебя 12 дней должно уйти на то, чтобы ребенка приучить, и все это... Не звучит как что-то суперсложное. Это звучит, мне кажется, ужасно сложно. Ужасно сложно это все звучит. Просто чуть... Я думаю, что это невозможно с маленьким ребенком. Понял. Просто, я думаю, это невозможно. Рано или поздно узнаем. Невозможно. Концептуально не вижу большой проблемы в этом. Но у меня нет детей, поэтому мое мнение, я так понимаю, не учитывается. Мне интересно, есть ли среди наших зрителей хоть один молодой родитель, который, да, я так и делаю. Маленькие дети — это вот именно те люди, с которыми такие эксперименты проходят. Мне кажется, да, потому что, мне нравится, что мы говорим про маленьких детей, морских свинок в одном контексте, потому что, насколько я понимаю, опять же, у меня нет своего ребенка, еще раз это подчеркиваю, была сестра маленькая, она и есть, она просто теперь большая. Дети в этом отношении, стимул, реакция, они больше похожи на животных в раннем возрасте. Поэтому как раз мне кажется, что всякие лайфхаки, это довольно должно эффективно работать на детей в той же мере, что и на животных. Но рано или поздно узнаем. Я думаю, я верю Лене Форте. Я думаю, что я тоже вам прекрасный верю. Опыт тоже вам верю. И полностью все мое доверие, вся моя вера вам, дорогая Лена. Все на этом, друзья. Всем хорошего. Так и надо, именно так приучают детей домашних животных, пишет Александр Один. Понимаю. Это логично просто. Есть проблема, есть ее решение. Она первое, что приходит в голову. Что 96% убийств были совершены мужчинами. А также сегодня в Твиттере я видела какой-то небольшой тред про то, что, синдром внезапной младенческой смертности. Ой, да, я знаю, я читал про него. Да, знаешь, почему это происходит с детьми? Как правило. Потому что их очень сильно укачивают. Как раз вот эта вот травма, которую они получают, травма головы из-за того, что слишком сильно... Это супер боюсь я этого. Знаешь, кто... Мужчины, понятно. От 70 до 80% случаев. Получше, чем убийство. Всего так. Странно, кстати, Потому что они не могут справиться с агрессией, когда ребенок плачет, и они вот... Довольно странно, потому что мне казалось, что мужчины вообще мало принимают участие. Когда они принимают участие, это заканчивается синдром... Причем мне нравится синдром внезапной детской смертности. Нет, это синдром... Это не внезапная детская смертность. Да, я тоже странно, потому что внезапно... Это когда всякая херня с ним происходит, ты отвернулся, а он сожрал кусок говна какого-то из дома. У меня даже это было написано. Умер, извините за слово. Shaken baby syndrome. Синдром детского сотрясения. Спасибо Фасоле в Твиттере, которая про это написала. Вот так вот. Статистически. 70-80 это большой разброс довольно для точных. Если мы начинаем от 70 плясать, то это все равно. Что 7 человек из 10. 7 случаев из 10. Понимаю. Если что, это... тут показатели получше. 20-30%. Мне нравится, что ты не теряешь оптимизм. Не теряю, слушай. Это как с мотоциклистами. То есть, есть просто в этой жизни вещи, где ваш долбоебизм приводит к более серьезным последствиям. То есть, например, если вы автомобилист и вы идиот, то плохо обучались и прочее, то ваш шанс умереть ниже, чем если вы мотоциклист-идиот, потому что там нет большого защитного каркаса. Тем не менее, для тех, кто не идиот, для вас ничего резко не меняется. Поэтому, да, когда мы говорим о каких-то чувствительных историях, например, про детей, особенно учитывая, что в большом количестве стран нет есть мужская социализация, которая направлена на то, что мужчина вообще не должен там ничего знать ни про материнство, ни про ребенка, ни про все остальное. Из-за этого, к сожалению, маленькая адаптивность в результате мужской социализации в большей части стран, к тому, чтобы успешно взаимодействовать с ребенком, коммуницировать с ребенком, как мне представляется. Это не значит, что 70-80% отцов убивают детей. Нет, не надо понимать эту статистику превратно. Это значит, что в тех случаях, когда вот это происходит... В 70-80% случаев... Да, когда мы не знаем, сколько их, не знаем, насколько... то есть большое количество нормальных отцов, которые, не трясут ребенка слишком сильно, и все хорошо. То есть тоже не должно... И не все мужчины убивают людей, и прочее. Но действительно мы видим большой кризис мужской социализации, который приводит и к агрессии, и к убийствам, и к слабым, так сказать, функциям взаимодействия в семейной среде. Это факт реальности, который даже без всей этой статистики очевиден. То есть мужская социализация, она больше направлена на агрессию. Мужчины помирают раньше, чем женщины, например, потому что, есть, всякие видосы смешные на эту тему, почему мужчины помирают раньше, чем женщины. Дальше видос, где там какая-нибудь компания мужиков стреляет друг другу по яйцам из пневмат или еще что-нибудь такое, это результат мужской социализации, и как раз традиционные ценности, весь булшит на эту тему, который транслируется в том числе российским государством, он буквально приводит к тому, что мужики раньше умирают и больше убивают. Поэтому весь этот концепт, он, конечно, гнилой и варварский. Любой политик, любой государственный деятель, любой человек, который его продвигает, просто убивает граждан своей страны и делает из них убийц. В России-то еще делают из них убийц в прямом смысле. Вот. Но базовая это, конечно, очень вредная штука, от которой я рад, что потихонечку общество, по крайней мере, там на Западе отказывается, хоть и с небольшими откатами. Такие дела. Будем надеяться, что среди наших зрителей и среди нас нет мужчин, которые рано умрут или кого-нибудь убьют. Это хорошее пожелание на конец стрима. Да. У нас не получилось сегодня набрать нужное количество. Нет, но если вы защитник, который защищает свою родину от оккупантов, то там убивать можно. Ничего против не имею. Не получилось набрать нужное количество, чтобы посмотреть на бубочку в корзиночке. Но утешительный приз, друзья. Так. Вы можете посмотреть эту фотографию. Ну где же? Она есть на пятничном стриме. Ага. В конце. С Александром Плющевым. Вот, поэтому если вы очень хотите посмотреть на бубочку в корзиночке, то мы, к сожалению, не успеем, наверное, это сделать на этом стриме, так как не получилось собрать нужное количество подписчиков, но вы можете сделать это на канале Саши Плющева. Наверное, что Нино на меня прям смотрит, как будто это я не собрал нужное количество подписчиков. Я не имею к этому никакого. Ну, вы можете посмотреть и сделать это на YouTube-канале Саши Плющева. На нашем с ним пятничном стриме. Все на этом, друзья. Все большое. Всем спасибо за то, что вы были со мной, с нами. С Майклом. И с Михаилом Подоляком. Который ворвался в наш стрим. Да. Такое вот было воскресенье. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, несмотря ни на что. Следующее воскресенье мы также планируем провести семейный стрим. Что такое? Ну, будет с настройками камеры поговориться. Я по твоей помаде понял, что она очень странно передает цвет. Смотри. Какого цвета он рисует себе помаду? А на экране другое. В смысле, на трансляции другое. Короче, пойду с этим разбираться отдельно. Друзья, не забудьте, пожалуйста, поставить нравлик и подписаться. Увидимся с вами, я надеюсь, на моем канале. И не только. Популярная политика Александра Плющева. Breakfast Show на следующей неделе ведем мы с ним. Поэтому приходите, буду ждать всех. Подписывайтесь. Хорошего вам начала недели. Пока!